Костыч готов, мы готовы. Вопросы готовы. Остается буквально через минут 25-30 мы узнаем, сколько он заберет. Поехали. А кто еще сегодня будет? Сегодня еще будет кореш и Никоглай. Так, я думаю, кому посложнее накинуть? Посложнее давай корешу, или, а Никоглаю давай посложнее, Никоглаю. Окей. Финальный выпуск. Никоглай парень такой хитрый, поэтому посложнее ему накинем. Раунд контраст. Будет дан вопрос, например, фильм, в котором играли Квиддич, это... И два варианта ответов. Гарри Поттер и Властелин колец. Тебе нужно выбрать правильный. Дальше вопрос меняется. Остаются варианты ответа. Ты снова выбираешь, какой правильный. Итак, всего 7 вопросов. То есть этот раунд по-любому закончится. Неважно, ответишь ты на 7 неверно, либо ответишь на все правильно. Разница будет лишь в том, сколько секунд и ударов у тебя останется на следующий раунд. Все понятно? Отлично. Готов? Да. Погнали. Да начнется скам. Поехали. Холи Факич, Викс Раковый Рури. Начисляем тебе. И сразу скажу, никаких подсказок, никаких добавлений за донаты, ребята. Ничего. Сегодня максимально жесткая, справедливая игра. Без вытягивания за уши. Сколько есть, сколько заберет, все его. Сколько оставит, все мое. Такая музыка напряженная играет. Ну, для этого она играет, она создает атмосферу. Все, let's go. 1000 ударов начислено, первый раунд, 12-й выпуск начинается. Погнали. Срака в уруре. Одеяние этого цвета у буддийских монахов символизирует смирение, отказ от мирских желаний. Желтый, зеленый. Желтый. Верно. Писатель Горький называл Нью-Йорк городом дракона из-за вечной суеты и постоянной погони его жителей за деньгами. Зеленый. Неверно. Блять. Этот цвет во многих языках означает молодое и незрелое. Зеленый. Верно. Оттенки этого цвета хорошо подчеркивают цвет глаз другого представленного здесь цвета, делая их выразительными. Оттенки этого цвета. Желтый. Верно. Этот цвет во многих языках ассоциируется с завистью. Желтый. Неверно. Блять, считается, что эльфы носили одежду этого цвета как знак непослушания и проказ. Желтый. Неверно. Этот цвет находится на третьем месте по восприятию на больших расстояниях. Зеленый. Верно. Итак, Костыч, 860 ударов. 140 ударов тебе понадобилось на 7 вопросов на первый раунд. Тебе было тяжело? Да не, ну нормально, но обычно сколько тратили на первый раунд? Ну, обычно, типа, хороший результат, это когда 920 остается у тебя, такой, может быть, чуть ниже среднего, но ты на других раундах можешь камбэкнуть. То есть это, ну это нормально. В среднем, если ты будешь по 150 раундов, по 150 ударов тратить на раунд, тебе там до 6 раунда можно доходить, спокойно будет. Вот, и 6 раунда выводить, например. Ребят, какой выводи 200 рублей? Вы о чем вообще? Что вы несете? 200 рублей в кальянную, блядь. Вопросы сложные, ребят, но и мы не тупые, понимаете? И мы не тупые. То есть, легкие вопросы все ответят. Желтый-зеленый, да, реально, типа, не знал. Костыч, есть волнение какое-то? Немножко присутствует, да, он так сижу. Это хорошо, оно будет с каждым раундом увеличиваться, я тебе больше скажу. И в финале мы хотим... Особенно, когда неправильно отвечаешь, такое прям... Да-да-да-да-да, но... Как бы, зато когда правильно, по идее, должно быть спокойно. Это да. Идем на второй раунд же, не выводим, естественно. Идем. Второй раунд, ребята. Хозяин-барин. Смотрим правила. 860 ударов не хватит на второй раунд. Ну, это 100%. Но сейчас, имей в виду, что... Я тебе забыл сказать, что каждый неправильный ответ — это минус 25 ударов, кстати. Да, ты знаешь это. Здесь раунд-цикл, довольно легкий раунд. Против часовой или по часовой стрелке вращается слово. Тебе его надо просто прочитать. Буквы здесь в нужном порядке стоят. Тебе не нужно менять буквы местами. Тебе нужно найти первую букву и прочитать от него слово. А в какую сторону читать? Либо в правую, либо в разную, может быть. Понял. Вот, да. То есть тут буквы менять местами не надо. Интересный легкий раунд. Старайся не ошибаться и просто спокойненько называть слова, и тогда у тебя останется. Ты можешь на этом, кстати, раунде очень много камбэкнуть. Ударов. Не видел? Может быть, существительное и прилагательное. Да, может быть, любое существительное, прилагательное, глагол, что угодно. Может быть, там, не знаю, кривой, может быть, сесть и так далее. То есть, все что угодно. Начисляем тебе 860 ударов. Срака Бурури, я думаю, там не будет. Срака Бурури не поместится в окружности.
словари не показывают. Так, шкипер уехал. Ну что, ты готов? Да. Ну все, забываем о волнении. Второй раунд. Let's go. Все нормально. Выводи 600. Первое слово. Курок. Бля, укроп. Неверно. Верно. Чего, блядь? Это легко будет, прочитай, даже если ты не знаешь это слово. Я не понимаю. Ну, попробуй. Я не понимаю. Ну ты пробуй как-то прочитать. Я не понимаю. Я не могу понять. Одинаковое слово из одинаковых трех букв состоит. Нак-нак? Нет. Чего? По-другому? Давай еще попытка. Давай. Бля, ебать, я долбоёб. Да нормально, нормально, но это не самое легкое слово. Ну я, короче, был 4. Ну, ты правильно сказал. Подождите. Ну, Кан-кан? Да. А чё это, я не знаю. Танец, по-моему, если не ошибаюсь, что-то такое. Танец, да. Охуеть. Ящериц. Ой, блядь. Извиняюсь. Не торопись, не торопись. Ящичный? Да, верно. Так, что у нас? Блять, почему так сложно? Оно крутится. Блять, я не могу понять нахуй. Берчо? А? Не знаю, что за слово. С другой буквы. От огня обычно, знаешь, делают. Что делают? Ну вот, подскажи как-нибудь. Ну, есть, это, короче, с буквы О начинается. Прочитай с буквы О его. Да. Давай так. В смысле, я же прочитал с буквы О. А как ты прочитал? А как ты прочитал? Берчо. Что? Тихо, что я несу, блядь? Беречё. С буквы О, Костыч. Берочье. С буквы О, с буквы О. Смотри, от зла я тебя... Бля, я запутался, реально. От зла я могу тебя это сделать, от зла. От зла? Ну... Да, от зла я могу с тобой это сделать. Банк такой есть в России. Какой? Сбербанк. Сбербанк. А здесь как бы слово такое начинается на О. Оберечь. Давай, помогли тебе оберечь. Next. Как же это сложно почему-то было мне. Пармезан. Верно. Толченый. Верно. Последнее слово. Гладиолус какой-то. Верно. Ебать, реально? Да, гладиолус, цветок. Ну, хорош, Костыч. Но просто я помню, что ты мог не знать просто эти слова. Просто, ну, в принципе, не знаю. Я с Украины, если что. Да, да, да. Я поэтому как бы и подсказывал, ребят. Поэтому и подсказывал просто некоторые слова. Они непростые, в принципе, и в России, как бы, да, такие, ну, не часто используемые. Поэтому Костыч их мог не знать. Я позорился немножко. Не, да, что ты все норм. Ты все слова. Ты максимально. Все слова, которые ты знал, ты максимально быстро говорил. В чем проблема? Все четко. Нормально. У тебя 624 удара, Костыч. Этого дохрена еще. У тебя даже меньше половины времени потрачено. Нормально. Думаю, еще пару раундов и можно выводить. Скам ебаный, слова сам придумал. Да, блять, сам придумал. Придумал. Время этим занимаюсь. Мне надо было придумать тактику, короче, как читать. Сначала влево, типа вправо, там легче понять, а я как неправильно, короче. Нормально. Все четко. Ну, мы пойдем же на третий раунд. Времени-то еще с лихвой хватит дойти до шестого раунда. Громкий микро или нормальный? Нормальный. Что говорят, на стриме не слышно вообще. Не слышно? Ну, я нормально слышу. Не, я тебя слышу тоже. Нормально? Не, в Дискорде нормально, может. Вот. Что я говорю?
Итак. Ну что, смотрим третий раунд? Конечно. Тихий. Ну, сейчас раунд сейчас пойдет. Сейчас начнется. Про печку говорить все начнут. Давай. Пазл. Ну, собственно, представлена звезда. Она разбирается, и тебе нужно будет правильный пазл ставить в правильное место. Пазл может быть растянут и изменен. Я всегда это говорю. Участники всегда говорят, да, я знаю. И очень часто ошибаются. Ага. Смотри внимательно, потому что, допустим, когда нужно... Этот мне надо нажимать... Не, ничего не надо нажимать, просто говоришь число, да, какое будет подсвеченный квадрат. Да. Понял. Главное, внимательно соотноси все пропорции, потому что это очень важно. Важно. Это очень важно. Ну что, Костыч, третий раунд. Давай попробуем. 624 удара начисляем тебе. Этот раунд ты можешь пройти быстро. Этот раунд, на самом деле, есть люди, которые очень быстро проходят и тем самым компенсируют затраченное время на предыдущие два. Надеюсь, какая-нибудь будет такая приятная. Приятная? Очень приятная. Что там будет? Сейчас посмотрим, кто будет у нас. Обычно мы разбираем гостей из прошлых выпусков. Ну. Давай посмотрим, кто был в тот раз. Чуть погромче. Что, поехали? Да, мы готовы, поехали. Ули, факич. Вишенка. Разобрать вишенку. Левый верхний фрагмент. Еще раз напомню. Смотри внимательно, чтобы все были, все пропорции подходили. Пять. Верно. Правая середина. Бля, ну тут похоже либо. Верно. Да, два. Так, дальше. Рука. 9. Верно. Ну тут уже, блядь, угадать надо. Ну попробуй. 3. Неверно. 11. Неверно. Чего? 7. Верно. И 11. Верно, Костыч, отлично. Хорошо справился, кстати. 156 ударов. Бля, вот это прикольный раунд, мне понравился вообще. Да, это было, это было изи. 504 удара, третий раунд, косарь у тебя в кармане. Я уже начинаю волноваться. А их два еще работает? Да, так уже косарь. Уже, вот с X2 косарь, по-моему, да? С X2 же у нас косарь, да. Следующий раунд уже большие суммы начнутся. Ох, пойду. Закрою себе шабуху. Теперь точно выводи. Да, косарь в кармане. Следующий раунд это уже 2 косаря, потом 3, потом 5, ну и потом 8000. И останется только вывод сделать, и все. Ну что, Костыч, как себе пока что? Половина, так сказать, шоу пройдена. Ты спокоен, ты волнуешься? Да, вообще балдежное шоу. Вообще расслабился, вообще на чиле. Ну, это отлично, кстати, хорошо. Я считаю, что когда ты в расслабленном состоянии, ты можешь делать намного больше. Поэтому... Смотрим четвертый раунд. Спешить, знаешь, побольше секунд тратить. Да правильно, правильно, на правильно. Смотрим четвертый раунд? Да. Давай посмотрим, что за правило. Хуёст. Раунд называется «Сходство». Термины, относящиеся к игре покер, например. И дано 8 терминов. Соответственно, 4 верных и 4 из них неверных будет. Да, неважно, какая тема. Тебе нужно будет назвать 4 одновременно. После этого внизу будет показано, сколько правильных терминов ты назвал. Например, ты назвал 4 одновременно, внизу показано, бам, 3 зеленых треугольника. Значит, из 4 ты назвал 3 верных. Все скидывается, тебе нужно назвать снова 3 верных, по твоему мнению, и четвертый какой-то поменять, да, чтобы назвать 4 правильных. А, ничего себе. Да, здесь, то есть, методом подбора. Возможно, здесь, если ты будешь не знать тему, ты можешь один раз там 2 ошибиться, да, чтобы понять, откуда плясать, и методом... Вот это сейчас будет сложный раунд для меня, я думаю. Сложный, но если ты выберешь правильную методику, то он может и довольно быстрым оказаться. Ну, либо тема, которой ты шаришь. А темы чаще мы стараемся подбирать для участников. Поэтому сегодня подбирали тему специально для тебя. Начинаем раунд. Приятно, приятно. Индивидуальный подход, так сказать. Что там сейчас про доту будет? Сегодня день секса, если ты не обрадуешь этой новости, все ясно. Итак, 504 удара начислены. Ты готов? Да. Поехали. Интересный раунд, что будет.
Дарбука, тамбурин, валторна, терминвокс, губой, дудук, кахон, кастаньеты. Ударные Да. музыкальные инструменты. Кахон, тамбурин, валторна, дарбука. Три верных. А как, а какие из них? А, типа вот это первый? Известно. Ты должен сам знать. Ага, блядь, батя, как я должен знать. Ладно, скажем. Кахон, валторна, тамбурин, дундук. Дундук. Два верных. Ага, то есть... Кто-то был верх. Дарбука, тамбурин, валторна, габой. Два верных. Дарбука, тамбурин, кахон, терминвокс. Три верных. Окей, дарбука, тамбурин, кахон, кастаньеты. Верно! Хорош. Костыч, браво! Гений. Ебать. Исключил. Что, нормально сделал? Да, красиво. Ты, кстати, первый, кто так красиво сделал методом исключения. Да. Сложнейшую тему, Костыч, между прочим. Ты знал эти инструменты, нет? Не, не знал. Я понял, я методом исключения, короче, решал. Нифига себе. Я сказал, что неправильно, я понял, что типа сверху чел. Ой, то есть посередине. Красиво, красиво, красиво. Это было красиво сейчас. Мне понравилось. Вот это. Вот, ребят, видите, это пример, как раунды, типа, даже где ты можешь тему не знать, проходится. В этом и суть вот такого, такого раунда. Это реально гений. Это PogChamp. Holy fuckish. 340 нахуй. 340 ударов, Костыч, 2000 рублей практически в кармане, их только надо забрать, и можно посмотреть следующий раунд, и ты можешь сказать, пойдешь ты на него или нет. Смотрим? Не, ну, на это я еще пойду, 340 еще нормально. Да, но тебе, тебе нужно где-то на 140 ударов уложиться. А, ты где-то... Ого. Ну, давай посмотрим, мы можем посмотреть раунд. Раунд называется «Фокус». Математика. Как у тебя с математикой, Костя? Математика, я пойду стопудов. Да, здесь изи, смотри. Внизу в прямоугольничек цвет показан, какое действие тебе нужно будет сделать. Ну и числа, да, соответственно. Понял. То есть 3 розовые, это значит умножить на 3. И так далее. Но числа будут попроще, скорее всего. Все, let's go. От математики да. Вообще. Главное, ну, ты можешь спокойно считать, то есть не торопись. Хорошо, да. Потому что за 140 можно даже спокойно, там, не торопясь, посчитать. 3 треугольника. Сколько? 18 примеров, да? 18 примеров. 18 примеров, да. Окей. 11 на 11. В математике у меня было 12, нахуй. Все, тогда, тогда изи. Начисляем тебе 340 баллов. Да даже если чуть больше 140 у тебя уйдет на этот раунд, в принципе, норм. Дыхабельно. Да, это играбельно. Это играбельно, это Костыч, это let's go на 3000 рублей. Бля, времени запомнить знаки не дадут. Поехали. 21. Верно. 32. Верно. 8. Верно. 55. Верно. 5. Верно. 41. Верно. 82. Верно. 55. Верно. 11. Верно. 0. Неверно. А, блин, тут цвет. 121. Верно. Блять. 65. Верно. 5. Верно. 22. Верно. 45. Верно. 90. Верно. 9. Верно. 82. Ой, 81. Неверно. Верно. 2. Верно. Браво, Костыч, я уложился. Я ошибся, вот это 82 сказал, блядь, случайно. Хорош, вообще. Хорош. Слушай, ну 11 на 11 это прям у всех. Это мем, это уже мемом станет, мне кажется, скоро, да. Ну, слушай, Костыч. А там цвета еще менялись, вот в чем прикол. Вот это меня сбило с толку. Да, цвета менялись, да. Верни, а что вернуть, ребят? Там все красиво было, и он где ошибся, только вычитали. Два раза всего ошибся, это очень круто, на самом деле. И шел нормально. Он уложился в 144 удара. В 154, это норм, типа. 260, да?
Ой, 340, а, в 134 удара, это офигеть как круто. Это норм, ребят. Ну, раунд математики мне нравится, вот математика, вот. Ну, ну, такие, такие легкие. И теперь задачки. Мы встаем так на такой косточный перепути, на развилке дорог. Смотри, одна дорога, это мы идем на вывод, другая дорога, мы смотрим раунд и принимаем решение. Если мы можем его сделать очень быстро, то мы идем на раунд и пытаемся уже потом с большей суммой оперировать. Ну, давай посмотрим сначала. Давайте посмотрим раунд. Мне нравится та дорога, которую ты выбираешь. Ну, если я на него пойду, то я вряд ли выведу, блядь. Сейчас посмотрим. Раунд называется «Дедукция». Здесь будет дан какой-то вопрос или какая-то тема, и тебе нужно будет выбирать 4 правильных ответа. Норман Ридус — это Walking Dead, например, он избавит вас от нечисти за горстку монет. Это был Witcher, да? Ну, в данном случае это легкие примеры сериала, да, в твоем вопросе мы можем тебе созвучить тематику вопроса, а ты примешь решение. Я такое точно не разгадаю. Какая тематика, Дэнни? Тематика — космос. Космос. Ой-ой-ой, это что там, блядь, Млечный Путь нахуй пошло, на пизду, давайте лучше на вывод. Идем на вывод? Да. 1400 ударами не выведешь, это же скам-шоу, ребят. Вы неверно трактуете данное шоу. Это не скам-шоу, это шоу, где победить может каждый. И побеждает почти каждый. Так это надо еще вот этот раунд выиграть, и потом еще на вывод это ставить. Но это будет сложно. Да, да. Сейчас тебе 206 ударов, ты сейчас, скорее всего, выведешь. Это 3000 рублей там, да, это норм. Ебать, ну это фри бабки называется. Фри бабки, я согласен. Че, идем на раунд, вывод? Ну, блин, можно, конечно, чисто для интереса сыграть этот раунд. Ну, мы а для интереса можем его потом уже сыграть. Ну, а тут для уже так... скажем, для не то что для интереса, а для увеличения банка. Но я тебе говорю, тебе потом практически нельзя будет ошибаться. Подожди, ну шоу называется скам-шоу, да? То есть, мне кажется, мне не дадут деньги, блядь. Но сейчас у тебя есть шанс их забрать. Давай попробуем. Давай попробуем. У тебя есть шанс сейчас. 200 ударов, этого с лихвой достаточно просто еще. Бля. Тысяча хардвиз, дорога скамов. Диман, помню, сказал, типа, ты верный путь идешь. Мне кажется, если я иду на вывод, то это неверный путь, нах. Думаешь? Но ты можешь посоветоваться с чатом. Чат почему-то все пишут вывод. Че там чат, как думаете? Чат пишет вывод. Выводи, выводи. Но чат более опытный, они присутствуют почти на каждом выпуске. Они, мне кажется, как это, они могут выборку сделать из всех участников. Диман потом деньги выдает или там какой-то наебалово? Да, конечно, конечно. Конечно. Костыч сам себя скамит. Костыч, я тебе тоже рекомендую идти на вывод. Да? Да. Вот, Роса, ты как? Челу пишут, он играет, а Талова пишут. Ну, вот смотри, память там начали. 4 вопроса, 4 ответа. Ты убьешь где-то ударом. А, смотри, тебе пишут нет, типа, ну, играй. Типа, ты сказал, выводим, они выбор. Пишут нет, играй. В ранде вывод? Не, вывод ты будешь идти до конца, как бы, это остаток твоих ударов. Если ты пойдешь на шестой, ты потратишь, ну, ударов 130-140 точно. В смысле, как раунд вывод работает? Смотри правила. Сейчас Дима тебе объяснит. Давай посмотрим правила раунда вывод. Вопросы простые, правда или ложь. Дается вопрос, тебе нужно ответить, правда или ложь. Например, лазанья — это блюдо итальянской кухни с слоями различной начинки. Там правда или ложь. Тебе нужно, чтобы вывести, построить цепочку из 5 верных ответов. Если один из ответов ты ошибаешься, вопросы скидываются, тебе нужно заново отвечать на 5 вопросов, но уже, естественно, других. Бля, ну горе с днем, короче, я хочу сыграть раунд про сериалы, и тогда пойдем на вывод. Ну там не совсем раунд про сериалы, Костыч, там про космос. Бля, космос. Но тебе, серьезно, тебе будет очень мало времени останется на вывод. Тебе потом нужно будет либо вообще не ошибаться. Да не, ну ладно, ладно, я передумал. Да, космос, да, это правда. Несообразнее идти на вывод. Идти на вывод. Го на вывод, короче. Поехали. Да. Поехали. Тут еще надо 5 в ряд попасть. Сложно. Ну да, но здесь, скорее всего, логикой можно каких-то вопросов додуматься. Оля, Оленька, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за рейд. Thank you very much for raiding. Терри, привет. 206 ударов. Костыч, ты готов? Я готов выводить бат. Let's go! Вывод! С Костычем, первым участником скам-шоу. Поехали. Для фильма «Гладиатор» использовался искусственно построенный Колизей. Ложь. Неверно. Ретро-стиль называется одежда, произведенная с 1920 по 1960 год. Все, что позже считается винтаж. Правда или ложь? Правда. Неверно. Первые номерные знаки выдавались конным повозкам. Правда или ложь? Правда. Верно. Когда фотография только появилась, люди снимали мертвых, как если бы они были живыми. Правда. Верно. Самым сильным диким животным из числа млекопитающих является слон.
Правда или ложь? Ложь. Верно! Сатурн и Уран уникальны тем, что у них отсутствуют какие-либо спутники. Вот и вопросы по космосу ебаные, блядь. Сатурн и Уран. Тебе нужно ответить два правильных вопроса. Бля. Ложь? Ложь. Верно! 97 ударов. Правильный ответ, и ты забираешь бабки. Пра-пра-пра-бабушка Сары Джессики Паркер была одной из обвиняемых в колдовстве и насылании порчи во время знаменитого процесса салемских ведьм. Бля, ну тут чисто 50 на 50, надо быстрее думать, нахуй. У тебя есть 80 ударов. У тебя есть 80 ударов, Костыч. Бля, ну знаешь, тут тихо. Ты можешь довести до конца и додумать, потому что, скорее всего, ты не успеешь потом. Бля, да я хуй знает, я вообще хуй знает. Ну, типа, если я скажу неправду, то у меня уже не будет, да, времени на... Ну, у тебя мало будет времени, тебе нужно будет просто стрелять. Короче, похуй, идем до конца, блядь, я размышляю, нахуй. Давай, у тебя есть время подумать. Знаешь, тут написано, типа, знаешь, дохуя информации, будто это правда, но на самом деле может быть неправда. Пра-пра-пра-бабушка, это очень старая бабушка получается. Очень старая родственница. Бля, ну мне кажется, что это все-таки правда, я хуй знаю, блядь. 42 удара остается. Подумай, ну, Костыч, подумай логически. Я переиграю, да. Я переиграю эту хуйню. Пра-пра-пра-бабушка, а то специально так написали. Всего 50 типа, на 50, это так и ходит? Либо да, либо нет, понимаешь? Насколько ты удачлив, покажет твой ответ, Костыч. Да, да. Ну ты уже удачлив, что ты дошел до финала, 4 уральных ответа дал. Бабушка. Да это правда, короче. Это окончательный ответ? Это окончательный ответ, это правда! Это окончательный ответ! 10 секунд это остается! Это окончательный ответ, это правда! Это правда! Это правда! Ну! Сюда! Да! Костыч, хорош! Нихуя себе! Факич! Я переиграл этот вопрос, нахуй! Фок-чамп! Фок-чамп! Изи! Изи, мэн! Блин, да, скам-шоу бачу, превращается уже в не скам-шоу, получается. Скам не удался. Скам не удался. Скам не удался. Заскамили. Ликс его стопил. Про слона, пиздец, сложный. А кто? Сейчас я сделаю погромче Дэнни. Не, по-моему, горилла. Самая сильная горилла, да. Она может поднять вес в 10 раз. Горилла, а не бегемот? Или бегемот самый большой считается? Ну, не слон, да, я тоже да, точно знал, что не слон. Веса, а, муравей, алё. Муравей же может там в 40 раз больше своего веса поднять. Единственный, кто победил скам. Ну, не единственный, давайте уж не накручивайте, ребята. Давайте уж не накручивайте, не единственный далеко. Не единственный, да? Ну, величайший, Костыч, величайший. Мало дошёл, на самом деле, какой там раунд. А какой максимум раунд брали? Муравей, насекомый, долбоёб. Это ты муравей, понял? Че, Руфу, что деньги муравей скинул. Это не хищное млекопитающее, алло. Там вопрос был про хищное млекопитающее. Костыч, что ты чувствуешь? Да, я. Бля, я чувствую вообще кайфулю какую-то. Ну, разъебал, Костыч, что могу сказать. Четвертый раунд, разъебал, красава. Я такое чувство, что в конце мне как-то повезло. Так, сколько выиграл Костыч? У нас 3000, да? Сейчас гляну. Давай посмотрим. Это да, сколько гривнов переведите в чате сразу. Сейчас посмотрим, сколько там. Четвертый раунд у нас был. А, ну да, 3000 кост. Пятый раунд. Я все жду, когда седьмого раунда кто-то выведет восьмеру. Это будет интересно. Но типа, тем не менее. 1000 гривен, нахуй, нихуя себе. Не, нормально, 3к это вообще четко, Костыч. Хорош. Ты на пятом но раунде, да? Скинешь мне свой Киви кошелек, собственно, деньги молниеносно отправятся на них, да, и потом можешь не... шаверму и все дела заказать, как ты и планировал, да. Ну, ребята, пруфы шоу будут в ТГ, соответственно, подписываемся в ТГ, так же, как и фоточки. Согласен, фоточки с всяких мероприятий интересных, могу, которые планируются. Да. Там интересные фоточки. И скоро будет в ТГ также проводиться розыгрыш Counter-Strike аксессуара. Это она... что, на скин? Ну да, скинчик. Вот. Где фото ноута? Чел, ноут лежит в комнате, честно скажу, идти впадлу жарко. Здесь вентилятор дует, сейчас охлаждает. Вот серьезно тебе говорю. Батя... Фоточки фруктовски, но... Он же вроде 4 раунда только прошел. Нет, он 5 раундов прошел. Почему 4? Он 5 же... раундов и на вывод пошел. Да, он 5 раундов прошел. 6 раунд он не стал, он не пошел на него. На 6 раунд он не пошел. А вот можно ли посмотреть, что там за вопросы будут? Ну давай попробуем. У нас есть время до следующего участника. Давай попробуем 6 раунд пройти. Давай. Да не продавал я ноут.
Это чел вчера выложил на Авито мой, типа, ноут, и, типа, я его продаю. Спасибо, Диман, купил у тебя ноут, отлично работает. Блядь. Фотка Байол в инсте, кстати, надо ей напомнить, чтобы она сделала. У тебя 200 ударов, Косточ, тебе должно хватить. Угу. Поехали. Ты должен где-то 140 потратить. Я, бля, забыл правила немножко. А сейчас, прикинь, будет легкий. Сейчас посмотрим. 8... Комета, квазар, пульсар, звезда, туманность, астероид, галактика. Гравитационно связанные системы из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи и планет. Гравитационно связанные системы из звезд, звездных скоплений, темной материи и планет. Ну, пусть будет галактика, астероид. Нет, один вариант. Один тебе нужен, да. А, только один? Да. Да. А, да, галактика тогда. Верно. Класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких видимой Вселенной. Блин, в чате гении какие-то сразу пишут. Неверно. Комета? Неверно. Блять, астероид? Неверно. Блять, что это? Пульсар? Неверно. Назар? Квазар? Назар Модер Байол. Массивно самосветящееся небесное тело, состоящее из газа или плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Массивно, бля. Звезда. Верно. Небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. 17 ударов, тебе нужно дать правильный ответ или все. Комета. Верно, Косточ. Но да, либо, но если бы прошел. Ты играл, да, ну, если бы ты, конечно, играл, ты, скорее всего, тебе бы не хватило времени, чтобы пройти это задание. Не зря на астрономию ходил. Ну да, да, да. Не, ну Косточ нормально ответил, кроме вот квазара, Назара. За что Назару Назар подсос? За что ты Назара, чел? Про Назара я что-то не понял немножко вопрос. Ну, напишите в ЛС, какой это участник, первый или второй. Это первый участник, не нужно в ЛС писать. Мы сейчас ждем кореша. Кореш, ты здесь? Кореш, ты в чате? Надо сейчас написать корешу. Да, ты правильно сделал, конечно. Написать корешу, кореш вообще на месте. А то я его утром ему не писал, вдруг кореш... Сейчас напишем Леха. А, Леха в онлайне, да. Алло, Дмитрий. О, Алексей. Алексей, здравствуйте. Я только с бассейна вернулся. Ага, ну все нормально, ты успел? Вообще офигенно. Отлично. Косточ, тогда я могу все, твою вебку выключать. Спасибо, да, большое. Спасибо большое за участие. Спасибо тебе за участие и спасибо за то, что ты вывел 3000 рублей. Косточ, ВК мне напиши, пожалуйста, Киви кошелек. Да, ты красиво заскамили старика. Ну ладно, у меня еще два участника впереди, ребята. На горе пожелайте удачи. Спасибо, Косточ, спасибо. Сейчас еще на 3 косаря его заскамлю. Давай, работай. Давайте. Что-то опасно базарите. Все. У нас сейчас это, Дэнни, посложнее вопросы подбираем. Нет, Дэнни. Окей, хорошо. Я сразу же хочу предупредить, вот, Дэнни, да? Ты же главный, ага. Правильно? Ну, да, я главный. Смотри, я закончил 9 классов у меня образования. Ну, ты понимаешь, какие вопросы. Отлично, кореш. У нас будет выпуск специально по школьным... Хорошо. По нешкольным вопросам. Так, скинь мне, пожалуйста, ABS Ninja. Ты знаешь, как ей пользоваться? Да, конечно, сейчас скину. Все, жду ВК. ВК в идеале. У тебя же есть домой ВК? Я не знаю, как там рандомить. Вопросы сложные, блин. Зарандомил просто. Да нет, так это так и делается. Это рандомится и все красиво вывел. То есть 7 раундов, это действительно челу и повезло с рандомными вопросами и с какими-то знаниями, это норм. 4-5 раундов вывести — это хорошо, типа. Вопросы легкие были. Вот чат пишет, вопросы легкие. Влад Про в чате, хочу поделиться долей. Да? Понимаю. 3-2-2, да, у нас? Понимаю, Влад. Влад, забаньте Влада! Влад, за 1,5 косаря банчик получил. Красава, Влад Про. Красава. Так, Алексей, жду вебкам ваш.
пытаюсь найти ваш инстаграм. Ой, я... А могу в чате сейчас, в чате могу. Да, давайте, Дмитрий. Скиньте в чате, пожалуйста, ВК мой модеры. Влад 28 бан перманентский. Модеры, скиньте ВК мой, вот, Найтбот написал ВК. Опа. Опана. Заявка отправлена, Дмитрий, уже полгода. Да я, у меня что, блин, я же не вижу этого, типа. Сейчас приму, Костыч, сейчас приму. Ой, Костыч, блядь, еще. Ой, извини, Лешенька, пожалуйста, меня. О, тебе звонить можно, если в друзьях? Нифига себе. Извини, Костыч, да? Так, созвонись. Так, оп. Let's go. Вау. Фига ты подходишь. Как ты так подходишь под... Посмотрите, Горис создан для этой игры. Может, нам нового ведущего найти? Просто вместо меня. Я не против. Посмотрите. Он идеально просто подходит под этот фон. Ты как одно целое. Ну что, Горис, ты готов, Лёх? Скажи честно, ты видел это шоу? Я вчера посмотрел, когда ты меня пригласил. Я до этого знал, что, ну, примерно предполагал, что такое скам-шоу, но я ошалел, блядь, когда вчера увидел. А с кем ты выпуск смотрел? С Марком Гуакамоле. А, ну, один из последних, я понял. Ну, в целом, ты... Как тебе, понравилось? Мне очень понравилось. Ну, давай я тогда расскажу тебе правила вкратце, и мы можем приступать. Давай. Ну что, 7 раундов, Лёш, каждый раунд x2 коэффициент, соответственно, не 100, а 200 рублей, не 300, а 600, не 500, а 1000 и так далее. Максимальная сумма — это 8000 рублей, каждый раунд разное задание, на все раунды тебе отводится на все про все 1000 ударов, они же 1000 секунд, так как у нас нет пульсометра. Как только у тебя, ты понимаешь, что у тебя остается немного времени, например, 200 ударов, ты уходишь на раунд вывод. Ну, то есть, ты можешь, конечно, идти до победного, до 7-го раунда, да, но у тебя может не остаться времени на вывод, потому что вывод — это отдельный раунд, и на него тоже требуется свое количество секунд. Каждый неправильный ответ в любом из раундов дается минус 25 ударов, они же минус 25 секунд. В первом раунде ты его по-любому закончишь, неважно, ответишь ты на все вопросы верно или неверно, их всего 7 штук. В остальных раундах, если ты отвечаешь долго неверно, то время рано или поздно кончается, и ты уходишь ни с чем, с пустым карманом. А вы же понимаете то, что, чат, вы понимаете то, что это первое, вообще, первое событие, нахуй, в мире, когда пожилой человек скамит молодых? Обычно наоборот. Типа странная суета. Я себя сейчас почувствовал челом. Я себя чувствую, реально, я как будто на Авито нахожусь. Я сейчас себя почувствовал челом, у меня бабушка рассказывала историю, когда она ходила в ларек за продуктами, и ей там позвали между ларьком чел какой-то, говорит: бабушка, идите сюда, можно холодильник выиграть, и карты ей там раскладывать стал, и она, короче, косарь проиграла. Она говорит, я боялась это рассказывать, и только тебе рассказала. Она даже маме это не рассказала. Вот, я себя чувствую таким же челом, который такой на картишках тоже раскладывает. Ну что, ты волнуешься вообще, Кореш, или так, нормально, налегке? Я очень волнуюсь. Серьезно, я мне очень... кажется. Я ощущаю сейчас, как будто в школе, знаешь, у меня мандраж, как будто сейчас экзамены какие-то ебаные. Ну, не переживай, это намного легче, чем экзамены. По крайней мере, хорошо, тебя не отчислят, если ты не сдашь. Хорошо, ладно. Так а если сдашь, еще и заработаешь. Поехали, громче Кореша, еще громче, я максимально громко его сдаю. Ну-ка, скажи, Кореш, что-нибудь. Алло. Ну 3, вот. 2, во. 1. Все, норм. Сейчас очень громко, мне кажется. Сейчас должно быть норм. Ну что? Приступаем? Ну, let's go. Че сидеть, че ждать? Let's go! Погнали. 3, 2, 2. Клип уже в группе бабушки Ликсы. Раунд дилемма. Ну, например, название овоща какого-то, точнее, фрукта помидор. И два факта. Слово помидор переводится с итальянского языка как золотое яблоко, либо не переводится как золотое яблоко. И тебе нужно выбрать правдивый факт или... Правдивый это факт или неверный. Всего 7 вопросов. Вариант. Да. Такой вопрос. Ты же все зачитываешь, правильно? Я читать не умею. Да, я все буду зачитывать. Ну, если ты будешь мало или раньше знать ответ, ты можешь говорить, просто перебивать меня в наглую, и следующий вопрос будет меняться. Окей. Помидор, убери его. Чел! Я сейчас... Мне проще тебя убрать из чата, юморист. Туда. Так. Ну что, let's go. Первый раунд. 200 рублей. Поехали. Он не умеет читать. Я прочитаю. Ты правда не умеешь читать? Так я же говорю, у меня 9 классов образования. У меня не полностью. Ну, до 9-го там не замечали, слышишь, этой нюансика такого, да, чел вышел. А как, типа...
Нет, у меня проблема, у меня глаза в разные стороны разбегаются, когда я текст вижу. Ну, ты можешь читать и влево, направо, и справа, налево одновременно. Это в два раза быстрее. Новая техника скорочтения. Ну что, 1000 ударов начислено, они все твои. Постарайся не потерять их зря. Поехали, первый раунд. Постараюсь. Итак, 3, 2, 1. Гоу. Манго. Индусы считают манго источником жизненных сил. Китайцы считают манго источником жизненных сил. Индусы. Верно. Название манго происходит от тамильского слова «мэнгкэй». Название манго происходит от тамильского слова «мангой». Да сука! Второй вариант. Неверно. Блять. В тропиках и субтропиках, в субтропиках выращивается более 50 миллионов тонн манго. В тропиках и субтропиках выращивается более 20 миллионов тонн манго. Второй вариант. Верно. Листья дерева манго считаются ядовитыми. Листья дерева манго не считаются ядовитыми. Не считаются ядовитыми. Неверно. Да, блядь. В спелом манго больше витамина С, чем в зеленом. В зеленом манго больше витамина С, чем в спелом. Второй вариант. Верно. Ботаническими родственниками манго являются папайя. Ботаническими родственниками манго являются кэшью. Папайя. Неверно. Да манго, ёбан! Манговые деревья могут достигать высоты в 20-25 метров. Манговые деревья могут достигать высоты в 40-45 метров. Первый вариант. Неверно. Да, блядь. Хорош, хорош, Лёш. Но... Ёбаный манго, блядь. А, кстати, ты знаешь, вот удивительно, я, когда ты, наверное, услышал про кешью, ты подумал про орехи, да? Да. Вот, но я тут смотрел пару роликов про гуа, и у них же там растет вот эта кешью, и оказывается, ну-ка, кешью это вот такой фрукт, это реально фрукт, похожий на манго, и сверху только орешек растет. То есть орешек это как хвостик этого фрукта. То есть сам фрукт огромный, да, это не просто орех. Я офигел, когда увидел. Дмитрий, я это самое, можно вас перебить? Вывод, Лёш? Раунд-вывод. Я не шучу, Дим. Сколько я заработал? 100 рублей? 200. Ебать! Это мои недельные донаты, мои недельные донаты. А хочешь, сделаем двухнедельные сразу? И времени останется тоже их. Умеет, блядь! Давай, Дим. Что такое неделя? Что две намного круче. Давай, Дим, посмотрим. Я, кстати, напомню, давай ты сделаем. В любом случае можешь смотреть всегда раунд следующий. То есть его можно посмотреть и сказать, о, не, это хуйня, я не буду участвовать, выводим. Не, ну давай. Давай, второй раунд. Потом второй, да, потом подумаем. А там это и на месяц можно протянуть будет, сам понимаешь. Для тебя что, 400 рублей ничего, для меня это все. Поехали, смотрим. Раунд второй называется «Декодер». Например, будет какая-то тематика дана и перепутанные буквы. Тебе из этих букв будет составить довольно простые слова. В данном случае это продукты апельсин, яблоко, хурма, персик, банан. Точнее, груша. Вот. И все. Ты можешь ценой в 25 ударов, взять подсказку. Она немножко сузит тематику, но, как правило, тематика становится ясна сразу. Не думаю, что эта трата необходима в игре. 600 рублей, Лёш. Это даже уже на 3 недели хватит, кстати. Так, ну тут сколько можно потерять? 500 ударов нормально, если потеряю? Слушай, я думаю, зная тебя, я думаю, ты потеряешь ударов 50 здесь максимум. В смысле, знаю меня? Ну, здесь все очень быстро. Ты здесь быстро восстановишь буквы. У тебя, ты же говоришь, что у тебя в разные стороны читаются. Ты сейчас вообще слова будешь составлять идеально. Да, я еще в линзах вообще. Ну что, 841 удар, начисляем. И let's go, второй раунд. Чего медлить? Флэшбэк, спасибо! Спасибо за 337. 1337. Спасибо, флэшбэк. Дай тебе бог здоровья. Дай тебе здоровье? Бог здоровья. Плюс боты, почему боты? Фил, когда ты сам свое шоу пройдешь, в финальном выпуске, когда буду закрывать шоу. Спасибо, флэшбэк. Когда? Ну, не, когда всех сделаем, не знаю. Ну, мне кажется, это будет прикольно. Ну что, let's go, второй раунд. Let's go. На кону. Погнали. Давай. У него ответы. Я сам выпуск себе составлю. Дом. Ёб твою мать. Когда я смотрел, было легче. Ну, ты понимал, что это не ты участвуешь, а легче. Чуть усложняем, было. Чуть усложняем. Чатик, кто-нибудь догадался? Можно взять подсказочку, кстати. Если ты угадаешь одно слово, ты поймешь тематику. Да. Тебе нужно угадать одно слово, любое, чтобы понять тематику. Гипсокартон первое. Верно. Да ну нахуй! Нихуя себе. Давай дальше.
Бог чамчат. А ёбаный, бля! Куршка, ты можешь в любом порядке, ты можешь я в любом порядке. Я понимаю, я что-то, мне этот порядок вообще похуй. Времени еще полно, 7-7-5 осталось ударов. Мне атла, блять, что из этого можешь оставить? Бывает в доме. Да все бывает, нахуй. Ну ты можешь взять подсказочку, она может быть тебе поможет. Хотя... Давай, похуй, подсказочку. Давай подсказочку, минут 25 минут. Все для ремонта. Второе. Штукатурка второе! Да. Хорош. Блять. Есть волнение? Нет, Дим, вообще похуй, честно говоря. Я, типа, я чувствую, что меня наебывают, блядь. Никакого наеба. Это слишком сложно, я 9 классов всего закончил. Да ты все эти слова знаешь. Это слишком сложно, блядь. Ты все эти слова знаешь. Подумай о ремонте. Я тебе дам небольшую подсказку. Третья связана с полом. С полом. Да. Правильно повторение поставил. А я чё, блядь, мне это что-то дало, что ли? Мне атла, блядь. Связанную с полом. Что ты кладешь на пол? А, ламинат! Верно. Дима, спасибо, молодец. Люблю тебя. Кафель. Верно. И последнее. Блять. Костыч, спасибо, что пахни мне. Сложно. Последнее слово, 640 ударов. У Костыча было так же, по-моему, примерно. На да. Этой. Так что норм. Одно слово, одно ебаное слово, извиняюсь за выражение. Дим, не ругайся, пожалуйста. Извините. И дети смотрят тоже. Согласен. Дети, плюс чат, пожалуйста. Блять, RTGKIM, блять. Верно! Да ну нахуй! Да не! Блять. А можно замену слова? Давай подсказку. Давай, ну подсказок нет, давай я тебе намекну немножечко. Это такое, такая, типа, клея, текущая такая история. Текущая история? Что водичка не капала. Хуйня, что всякая не попадала, пыль там. Обрабатывают всякие такие места пикантные этой штукой. Блядь, Дим, я тебе чё, я строитель, что ли? Ты точно знаешь это? Я тебе подскажу первую букву, буква Г. Герметик! Дим, дайте бог здоровья. Сука, я ебу, блядь, эти слова, нахуй! Если бы сейчас учительница русского языка, если бы она еще была жива, она бы сейчас просто расплакалась, нахуй. Диман, ты член герметика смазываешь, да, чтобы лишнее не попало. Ну, Лёх, хорош, что я могу сказать? 500 ударов! Спасибо, Дим, спасибо! Дима, спасибо! Раунд вывод ты меня не заскамишь. Ну смотри, давай так. Во-первых, третий раунд, ну, можно просто посмотреть, потому что он обычно несложный. Он обычно компенсирует первые два. Ну и сумма там уже косарь. Лёш, косарь. Это где какая косарь? Представлена звезда какая-то. Такая известная личность на определенных площадках. Ага, ага. И нужно составить пазл. Ну, Леша, пазл. Пазлы все собирали, это изи. Но просто фрагменты могут быть изменены и немножечко растянуты. Надо внимать. Здесь... Ты внимательный вообще человек по жизни? Мне кажется, что да. Нет, я не очень внимательный. Реально невнимательный? Я внимательный только тогда, когда, знаешь, женщина рядом проходит. А ты такой, оп. Ты знаешь, в этом раунде, да, может быть, придется разбирать девушку. Ух, нихуя себе. И собирать. Сколько у меня осталось ударов? 579, до хера ударов. Но еще на один хватит, правильно? Да еще на два хватит, а то и на три. А потом на вывод пойти? Да конечно, Дим, конечно. Ну давай попробуем, смотря как пойдет, знаешь? Ебаный ты скамер, блять. Не, я тебе скажу так, знаешь? Издеватель. Из практики, Леш, как пойдет? Сейчас, если за 20 ударов, там, ну, за 70 хорошо сделаешь, ты можешь еще два раунда потом догнать. Легко, вот серьезно. Обычно 150 ударов на раунд — это норм. Сколько я заработаю в случае сейчас победы? Ну вот третий раунд. Косарь!
блядь, знает, на что надавить, сука. Косарь! А потом и два, ты... потом X2 уже идет. Не знал бы, не было шоу, как бы. Да. Ты знаешь, что у меня рекламы нет, поэтому, да? Ну, какая давай. Реклама, когда бабки можно выиграть в шоу? Давай, давай. Поехали. Давай. Третий раунд. Третий раунд. Сейчас пошумим, я говорю, блядь! Пошумим, пошуршим! Точнее, ты хотел сказать, купюрами. Да-да-да-да. Пошуршим да-да-да-да. Большими купюрами в кармане, да-да-да-да. Которые окажутся у тебя обязательно. Ждем. Не забывай быть внимательным в этом раунде, потому что объекты ага. действительно могут на... Не забуду. Немножечко отличаться, но люди торопятся и говорят неправильно. 570 ударов начислено. Третий раунд. Разбираем звезду. Поехали. Марк Гвучимоли. О, вот это звезда. Разбираем Марка. Левый верх. Начинаем по порядку. Ага, левый верх. Смотри только внимательно, шутом пожалуйста. Него, блять, шутом него, блять. Ага. Бля, ёб твою мать. Да нихуя себе. 6. Неверно. Блять! Внимательно смотри, внимательно. 1. Да, верно. Право. Бля. 8. Верно. Левая часть марка. Блядь. Шо у него там? Блядь, как же сложно. А зачем переворачивать было? 10. Верно. Левый низ. Ух ты, блядь, что там было-то вообще, чат? Ёбаный рот. 9. Неверно. Блять. 440 ударов. Очень много ударов. Спокойно. Просто спокойно дальше. Верно. И последний. Так, это либо 7, либо 4, либо 2. Это что? Ебать, они же одинаковые. А, нет, не одинаковые. 2. Верно, Лёша, поздравляю. Изи. 422 удара. А 422 удара должно хватить, чтобы я вывел эти деньги. А еще это может хватить и вывести деньги, и удвоить эти деньги, Леш. Ты меня наебываешь, Дима? Нет. Только что Костыч, участник до тебя, вывел с 200 ударов 3000 рублей. Я не вижу это ни Костыч, одного... Это Костыч, блядь, это сверхразум. Я не вижу ни одного повода, почему ты должен вывести меньше. И почему ты не можешь вывести больше. Смотри, лучше... Это как, блять, как там? Лучше член в руках, чем журавль в небе, правильно? Я согласен, но лучше член в руках с 2000 рублями, чем член в руках с косарем. Нет, лучше член в руках с деньгами, чем журавль без денег в небе, блять. Дим. Но тут не поспоришь. Ладно! Но ты сам понимаешь. А какой следующий раунд? Можно я посмотрю, да? Давай посмотрим раунд, конечно, я к этому и клоню, что типа мы можем посмотреть на журавля, вдруг он не взлетел еще. Давай посмотрим на журавля. Давай посмотрим, давай. Смотрим на журавля, ребята. Уже два члена в руке. Раунд называется «Хаос». Ну, допустим, будут представлены какие-то города, это образно, да? И тебе нужно составить часовые пояса от 0 до плюс 6, да? Это сложный пример, его всегда приводим, чтобы испугать народ. Но чаще там намного проще, это правда. То есть тебе не нужно будет знать, скорее всего, это будут сериалы. Мы можем тебе сказать тематику, давай мы скажем тебе тему. Давай. Какая давай, тема, вот Дэнни? Какая тема, Дэнни? Дэнни? Дэнни пошел дрочить после... Дэнни, да. Это... Дэнни. Возбудился. Дэнни, тебя не слышно. Дэнни? Все, Бог наказывает скамеров. Дэнни? Вот, ребят, не надо воровать. Бог накажет. Дэнни! Все, интернет упал. Или инсульт случился, не дай бог. Дэнни! Все, здесь. Извините, льется, не могу восстановить. Какая тема следующего раунда? А тема... А точно нужно говорить? Но скажи так, чтобы можно было сказать.
Как порядок чисел. А. Ну, это типа 1, 2, 3, 4 и выставить по порядку. Вот это будет, да? Ну, может быть, 2, 5, 7, 9, 12. А, да, да. Короче. Да. Вот так мы можем. Охуеть. Ну, это изи. Так, это тебе чисто по порядку надо будет выставить? У меня 9 классов образования. Я с цифрами не на, Лёх, не на Лёх, 3. Число, на число да. По порядку выставить надо. От меньшего к большему, либо наоборот. Справишься с этим? Я, блядь, до 10 считаю. Дим. Ну, там 2, 5, 7. Это там до 10. 10. До 10. Давай. Ладно, поехали, давай. Изи. У тебя времени дофига. Бля, пиздят, по-моему. Погнали. Ну, пиздят. Нет, не пиздим точно. Ну, запомните, Бог все видит. Бог все видит, согласен. Пригласить бы его на скамшоу к себе, но, к сожалению, возможно, не получится. Ну, хотя вдруг. 422 удара начислено. Извините, не смог краник прикрыть. Так. Я не вру, давай. Там чисто, я не вру. Вот. Ну что, Лёх, готов? Волнение есть? Если ты соврал, то ты врун. Поехали. Ты врунишкой. Давай. Поехали. Раунд начинается. Подсказки я в этом раунде у нас, по-моему, нету, да? Я не врал. А, нету. Цифры. Испанский порядок чисел. От меньшего к большему. Quattro, ocho, uno, seis. Ёбаный рот! С камеры, ёбаный! У тебя 400 ударов, да, не очень много. Ты можешь ошибаться, но говорить. По-моему, ты стопудово когда-то слышал. Так, так, так. Uno, dos, tres, это... О, давай. От чего? От кого? От меньшего к большему, да. Uno, dos... Ну, ты можешь по порядку сказать сначала первое, потом второе, третье. Вот так. Блядь! Ну, начни говорить хоть что-то. Первое какое? Уно, давай. Неверно. Блядь. Давай. А что меньше единиц? Давай квадро. Неверно. Да блядь, я чё ебу, что ли? Что самое меньшее? Очень похоже на... Уно, окей. Нет, уно это ты называл уже, это неправильно. А, он называл? Прочитай Дос. Внимательно все. Неверно. А чё, очко? Неверно. Дос, окей. Ну ты правильно мыслишь, нахуй. Ты просто одно слово неправильно. Церо. Верно. Дальше. Уно. Верно. Дос. Верно. Кватро. Верно. Дальше сис. Верно. И последнее очко. Верно. Ну, Лёха. Рук. Да мы наёмщики, я испугался, Дим, зачем так делать? Мы сказали числа. Числа были, все верно. Числа были, ты числа восстановил. Я хочу, чтобы ты больше блядь, денег забрал. Какой ты ёбаный, блядь. Были я, числа, конечно, ребят. Думал, что... Плюс, если думал, не наёба. Просто цифры будут. Плюс, если это не наёба, все было красиво, были цифры. Все честно. Блядь. Чего минус-то сразу? Че, Лёх, можем еще один раунд посмотреть, если хочешь. А сколько я заработал? Сказать реально? Да. 2000! А сейчас три можно? Бля. А сейчас три. А можно три. И время есть. А можно и хуем получить. А можно и, да, и хуем получить. Полбу тоже. Ну давай посмотрим раунд пятый. На чем? Давай посмотрим раунд Костыч пятый. Дошел но до я вам не раунда. Верю больше. Я вам больше не верю. Ты справился за 150 ударов. Ты справился очень хорошо. Ну давай просто посмотрим пятый раунд. Давай. Смотрим пятый раунд. Раунд исход. Математика, Лёш. Самая большая сумма чисел с цифрой 1, например. Да я тоже вчера, и когда я смотрел с гуакамоле, блядь, я думаю, вот один треугольничек отгадал, и такой, ебать, изи. А там еще нахуй дальше. Ну там их три таких, это... три таких ну, будет треугольничек. На этом мне нужно миллион, блядь, времени. Ну если ты плохо считаешь, ну точнее медленно сколько считаешь. Сколько у меня времени плохо. Осталось? У тебя 256 ударов. Если ты за 100 ударов сделаешь это, тогда тебе может хватить время потенциально. Это невозможно сделать за 100 ударов. Нет, это возможно. Без ошибок возможно. Но там легкие примеры. Я считаю, что... Да-да. Ты даже говоришь... Я считаю, что я тупой. Ты даже говоришь, я считаю. Получается, значит, так? Ты уже, получается, хорошо считаешь. Не-не-не-не-не, Дим. Давай так. А я считаю, давай что так. Ты сосчитаешь. Я сейчас... Мы сейчас... Идем на раунд вывод. Так. Я выигрываю 2000 рублей, и ты даришь сапки на эти 2000 рублей. Ну, себе. Я могу и на 3 подарить, если себе. Ты хочешь. Нет, себе на 10 подаришь, если я выведу сейчас. На 10 тысяч рублей.
себе сапки подаришь. О, как на 10 тысяч, каналу. Подожди. На, а вот так, а ты что думал, ты один тут с камер? Как 10 тысяч? А вот так, я подарю завтра 50 сабок, если я у Вади сегодня выиграю. Не-не-не, давай так, я вывожу, и ты даришь на 10 тысяч. Я дарю на все эти суммы сапку, на всю эту сумму сапки. Не-не-не, на 10 тысяч. На всю эту сумму. Блять, не заскамишь его нахуй. Нет, я просто говорю, что я сейчас этот раунд, если я с ним справлюсь, я с ним... Чел, ты сказал 100 сабок завтра? Чел, у меня сегодня Косточ выиграл уже, какой 100 сабок? Уже 50 получается. Мне шучу, не хватит времени на вывод. Ты же это понимаешь? 100. Дмитрий, ты же это понимаешь? Я не знаю, как ты считаешь, Лёш. Если честно, вот правда, если ты считаешь быстро, ты этот раунд можешь за 50 ударов сделать. Ну давай пример, как смотри. Давай, смотри, 3 на 3. 18. 3 на 15? 74. Иди на раунд, ты сможешь сделать его. Да? Тогда начинаем, хули! Нет, ладно, Дим. Не, вывод, все, смотри. Давай так, подожди, я сюда пришел, тебя тоже скамить. Если я не успеваю вывести деньги, то ты подаришь на мои проебанные деньги, ты подаришь сам. Я понял, мы идем на раунд вывод, чтобы все оставить так, как есть. Мне нравится наше отношение, которое было до этих споров, поэтому давай идем на раунд вывод и посмотрим, удастся ли тебе... Подожди, я не решил. Смотри, не я хочу посчитать, я хочу проверить себя. Я закончил школу миллион лет назад. Я не помню, как я считаю. Просто смотри. Тему. Тебе не вывести на пятом раунде не так позорно, как не вывести на четвертом, понимаешь? Да. Я не... Еще раз повтори, я тупой. Он понял. Что если ты не выйдешь на пятом раунде, это намного круче, чем если ты не выйдешь на четвертом. Да. Потому что на четвертом раунде еще и не вывел, типа, ну, да. Челы такие в чате, типа, что? Типа, чел, ну реально. А на пятом раунде... А, они, типа, если я, сейчас если я сейчас выведу тебя за скамлю, то есть я еще позорник, оказывается, да? Нет, если ты не выведешь. Да нет, никто так ни в коем случае не будет считать. Я говорю, все упирается в то, как ты считаешь. Если ты легкие числа считаешь быстро, то ты сможешь за 50, там, за 100 ударов сделать раунд, и тебе останется на вывод. Если ты действительно считаешь... Да я видел там какие, нахуй, сложите, вычтите все нечетные числа. Я такой, так там же они маленькие, там однозначно двузначные, там не так сложно. Но смотри, я говорю опять, все, я никакого давления не оказываю. Сколько у меня ударов? У тебя 256 ударов, по-хорошему, конечно. Вот честно, кладя руку на сердце, скажу, Лёш. Вот честно скажу тебе. Извините. Можно вывод успеть, но можно и на вывод пойти. Вывод. Вывод. Идем на вывод. Хозяин, барин, идем на вывод. Окей, хорошо. Правила хочу, чтобы это шоу превратилось в отжимание денег у Дмитрия Алекса. Я тоже так хочу. И многие так хотят. Давай, раунд вывод. Факты, правда или ложь? Если я не успею вывести. Смотри, факты, правда или ложь. Тебе нужно будет отвечать, соответственно, 5 вопросов подряд. Если какой-то один из 5 вопросов подряд неверный, цепочка начинается заново. Вопросы, это естественно, понятно. Меняются. Это каждый понятно. Неправильный смотри. Ответ минус 25 ударов. Димочка, сейчас в моем кармане фактически 2000 рублей, да? Да. Блять, я ебу. У меня таких денег никогда не было. А теперь они будут? Либо не никогда будут. И не появятся. Сапки подаришь. Ну, давай. Начинаем. Я тебе подарю, я тебе даже подарю сапки. Нет, Лёха. Мне не надо. Точно? Нет, мне не ну, надо. Смотри, мне не надо. Смотри. Себе. Хорошо. Ты готов? Давай. Да. Погнали. Идем вывод? Раунд вывод. Что-то все до вывода сегодня доходят. Ну, погнали. Погнали. Ну, а посмотрим. Что ты, блин, хотел? Не, я рад, что тенденция такая, что выводят. Мне это нравится. Следующее шоу вопросы усложняем. 256 ударов, Лёх. Даже это больше, чем достаточно. Ты можешь еще 50 ударов сейчас просто почилить, не знаю, что угодно делать. Да мне кажется, я с 1000 ударов, блядь, не выведу. Поехали. 256 ударов есть. Начинаем. Ну, чтобы вопросов хватило. Остальное не важно. Самое популярное вино категории вермут – Чинзана. Правда или ложь? Я не пью и не знаю. Ложь. Верно. С каждым годом Азия и Америка становятся все дальше друг от друга, правда или ложь? Ложь. Ближе становится. Верно. Таблица Менделеева пришла к ученому не во сне, он около 20 лет думал над этой идеей, правда или ложь? Ложь. Неверно, Лёш. Менее 10% заболеваний вызваны или осложнены стрессом, правда или ложь? Правда. Неверно, Лёш. Чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях. Правда или ложь? Ложь. Неверно, Лёш.
Язык племени Нави в фильме «Аватар» является слегка измененный древнеяпонский. Правда или ложь? Ложь. Верно, Лёш? Например, чем мельче ваша подпись, тем выше самооценка. Правда или ложь? Ложь. Верно, Лёш. В 15 веке Спасибо. Была мода на женские платья с открытым бюстом. Правда или ложь? Правда. Верно, Лёш. Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км в час, стал электромобиль. Правда или ложь? Ложь. Неверно, Лёш. День на Меркурии эквивалентен двум земным дням. Правда или ложь? Правда. Неверно. 60% нашего мозга состоит из жира. 43 секунды остается. Правда или ложь? Ложь. Неверно, 10 ударов. Слово юрский кельтский означает трава, правда или ложь? Да пошли вы нахуй! Время кончилось. Я так не играю, блядь. Остановка. Ой, хорош, хорош. Пиздец какой-то ебаный, блядь. Дим, ну так нечестно, нахуй. Ну ты был близок. Дим, это наебалово, блядь. Ты был близок. Ты же почти вывел. Что помешало? Помешали два наёбщика, которые сидят со мной. Да, кто они, дай гляну сейчас. Это нечестно, блин. Блин, чатик вот это просто. Нет никого. А можно тогда? Вот так вот, я вот так буду делать. Если еще есть время, Дим. Да. Да, Лёш. А давай мы с тобой поспорим. Так. Бля, а давай так. Я сейчас прохожу раунд с цифрами, с числами. Так. Да, с математикой. А ты даришь 1000 сабок себе. О, Лёш, у нас уже следующий участник вот-вот стучится в Дискорд. Не-не-не-не-не-не, это неравноценно, да? Неравноценно. Уже стучится в Дискорд, вот-вот сейчас Никоглай, да. А давай тогда просто этот, можно же пройти просто этот раунд? Или уже нет времени? Можно, давай, нет, этот можно, давай пройдем, давай ради интереса посмотрим, как бы оно было. Давай. Давай, ну, раунд да, математика. Давай. А Никоглай пока готовится залететь в Дискорд, если у тебя, по-моему, есть доступ. Коль. Ну что, начисляем 200 ударов классических. Заскамил старый, блядь. Ну ты был близок, кстати, реально был близок. Не хватило два или там... Да, два вопроса тебе не хватило. Ты хорошо шел. У тебя было очень много ударов. Начисляем 200 ударов. Не получилось, не фартануло. Ну, твое вот по ощущению, за сколько ударов пройдешь? 850. То есть не пройдешь, я понял. Ну давай посмотрим. Давай посмотрим. Неверно, Лёш. Неверно, Лёш. Смотрим. Все, Коля, я перекину. Самое большое розовое число умножить на самое малое число. Самое большое розовое? На самое большое... На что? На самое малое число. А, 32. Неверно. 34. 34. Верно. Сумма одинаковых чисел. Ебать, а где они? 26. Верно. Сумма четных чисел. Ёб твою, блядь. Так, 10 плюс 6, 16. Плюс 4, 20. Всё, 20. Верно. Сумма всех оставшихся чисел. Так, 9 плюс 19 это 28, плюс 15 это 38, 38 плюс 5 это 42. Неверно. Ай, блядь! Так, это заново. 15 плюс 19 это сколько получается? Это получается 34, правильно? Да. Нет. Да, 34 плюс 9 это получается 43. Верно. Следующее. Самое малое желтое число умножить на самое большое голубое число. Остается 74 удара. А, 5 умножить на 14. Ты что, охуел? Это как, блядь? Ну, 55 на 4, 20, 70. Неверно, Лёш. Сумма самых больших... А, верно. Сумма самых больших чисел каждого цвета. Сумма самых больших каждого цвета? 23 плюс 25, 48... И плюс 11. 48 плюс 11, 59. Верно. Сумма самых малых чисел каждого цвета. Ага. 13
плюс 6. Это получается... Сколько, блядь? 19. Молодец. 19 плюс 8. 27. Верно. Сумма всех оставшихся чисел. Так, 30, 40. Верно. И последнее. Самое большое розовое число минус самое большое желтое. Ух, это получается, ёб твою мать, блядь. Это получается... Иди ты нахуй, блядь, сука. Неверно, Лёш. Неверно, Лёш. Время кончилось. Ну, блядь. Хорошо, что не пошли на тот раунд. Бля. Ебать, все сломал. Ебать, там чел улетел у нас. Алло. Алло. Бля, слышно? Слышно, но не видно. Я все сломал, нахуй. Ты все уронил вообще? Дима, я все сломал, мониторы сломал, блядь. Реально? Я все сломал, нахуй. Реально? Да. Бля. Ой. Я так понимаю, ёпа, ты стримить сегодня не будешь? Сходил на шоу. По полной заскамленным. Дим, походу не буду, блядь. Че, прям реально жестко сломал? Я не знаю, сейчас подниму, посмотрю. Ты уронил его? Так, один монитор жив. Вебка, чтобы ты понимал, вебка пока не двигается. Сейчас пока никогда я перекину. Ух ты, ебать. Сейчас посмотрим, блядь. Хорош. Слушай, а я как раз переезжать собрался. Ну правильно, вот, знаешь, все, что не делается, все к лучшему, да? Ну вообще, да. А мы в стрим 1 или в стрим 2, посмотрите, пожалуйста. Два. Стрим 2. Никоглай. Никоглай. Ну я тогда что? Я тогда буду чинить все, что я съебал. Да? Здравствуйте, Лёш. Спасибо большое, что поучаствовал. Приходи в себя. Было круто. Красава. Ребят, забыл сказать, пожалуйста, проспамьте ссылочку на канал Костыча и Кореша. Спасибо им большое, что они пришли. Это было очень круто. Подписывайтесь на них, собственно, и... Узнайте, что там вообще случилось у Кореша. Так, ребят, я собираю на новую камеру, ребят. Да, новый сбор плюс новый сбор. Все, так, Кореш, убираю. Все, спасибо, Дим, что пригласил. Все, всем покедово. Давай, счастливо, счастливо. Итак, Никоглай. Добрый день, да. Здравствуйте. Вы, как всегда, серьезно, да? Ну, да, вы знаете, я все-таки не настроен сейчас. Слушай, все-таки вопрос денежный, он всегда серьезный, я считаю. Здесь не до шуток и не до улыбок. Смотри, Коль, скинь мне, пожалуйста, свою эту вебку в ВК, если можешь, через ABS Ninja. У меня нет ВК, я не пользуюсь такими приложениями. Mm-hmm. Так, а где ты мне можешь скинуть? В телеге. Ну, я смотри, в Дискорде врубил, в Дискорде. О, врубил. Давай в Дискорде мне скинь. А в Дискорде это неудобно будет, Колечка. В Дискорде будет неудобно. Будет. Как да. Мы будем с тобой работать? Нужно ABS Ninja, а да? Давай я тебе скажу, да, это очень просто. Его даже не надо устанавливать, это через сайт заходишь просто. Ну давай сейчас буду решать этот вопрос. ABS Ninja.com. Он прям вообще быстро, да, я тебя добавлю, друзья, в Дискорде. Мне скинь. Смотри, ABS.ninja. Угу, вижу. Зашел, да? Add your camera to ABS. Вижу, добавил. Все добавил. И зеленую ссылочку тебе кинуть, да? Да, только ты там Max Quality поставь, пожалуйста. Не успел. Ну да, чтобы. Да, на шестерёночку. Я тебе ВЛС скинул, смотри. В Дискорде ВЛС. Давай. Так, все, вижу. Сейчас вижу. Нет, не вижу. Не вижу. Есть. Вижу. Катана. Добрый день. Здравствуйте. Так, сейчас. Теперь мне бы ее вывести. Так, оп. Привет, ребята. Сейчас у меня загружается. А, я еще не... Сейчас появишься, наверное. Ну, еще не появился до сих пор. Давай, без проблем, я подожду еще немножко, конечно. Не проблема. А почему еще не появился? Да ничего страшного, я подожду. Загружается. Блин, а это ты вообще можешь сейчас какой-нибудь челеняка залетит сейчас? Знаешь, просто хуй на весь экран участвовать будет в шоу. Да, я вижу, Костыч, как это, как скажешь, Костыч, вообще без проблем. Как хочешь.
The stream is not available error. Слушай, а тебя эта камера показалась, когда ты ее создавал в ABS Ninja? Она тебя... Да. Ты знаешь, и до сих пор вроде как показывается. Хотя мой менеджер что-то здесь намудрил. Можно, пожалуйста, Катан? Понажимай здесь что-то еще раз, что-то не получается у нас. То есть, чтобы, понажимай, что чтобы ее видно было, там нужно, да, возможно, он ее не успел вывести просто. Чтобы она сначала была видна в ее камеру ABS, а потом просто нажать Go и ссылку дать. Еще раз мы решаем этот вопрос, еще раз даем ссылочку. Вот это рабочее же все, да, правильно? Пусть чатик решит, вы хотите сапки или чтобы косточку, собственно, я перечислил, ребят, это только вам решать. Да, вот я вижу сейчас ссылку ABS View, да, сейчас должно, наверное, заработать. Что, не закрывает? Да, а, вы закрыли, наверное, поэтому. Да, а, да, он закрыл, да, да, да. Закрывать нельзя, да. Вон, нахуй, сейчас тебе вон. Где этот мой телефон? Я жду, Николай. Жду, Николай. Давай, вот сейчас. О, все, балдеж, есть, вижу. Есть, о, привет, ребят. Здорово, здорово. Привет, ребят, блин. О, вижу, красота, фига ты такой маленький, слышишь, у тебя камера далеко стоит, нет? Да, далеко, я просил Катану подвинуть, он сказал, что не может. А, ну ладно, нормально, нормально. Разрывная. Да. Ну что, Николай, я так понял, ты примерно представляешь уже, что это за шоу, как бы оно... Да, я посмотрел прошлых участников, удивился, ну, того, какие все-таки были сильные участники, надеюсь, что я смогу точно так же. Ты знаешь, это шоу, оно очень скоротечно, так же, как и жизнь, поэтому хочется насладиться каждой минутой этого шоу, тем более с тобой, Николай, так что я предлагаю... Спасибо, кстати, у меня вебка, что ли, размазанная, или мне кажется... Ну, немножечко, но потому что, скорее всего, Max Quality он не выбрал. Но когда она маленькая... Надо выбрать Max Quality. Выбери Max Quality или нет? Это нужно... Вот это ее камера ТОБС, там есть шестереночка, нажать Max Quality. И все. И еще там раз... Там нужно было нажать Max Quality, короче. И будет... У тебя Max Quality так стоит. А, да? Просто да? Говорят, что размывается. Нет, все нормально. Размывается, просто говорят. Ну, немножечко. Оставь размытие. Да, не, кстати, ну вроде норм, вот так норм пойдет, вот так вот. Нормально, пацаны, пишут, да похуй. Да похуй, говорят. Ну все. Ладно, поебать, поехали. Хорошо, ну что, тогда, ребят, поприветствуем Николая, третьего участника, третьего звездного участника сегодняшнего шоу, и переходим к правилам. А хотя, стой, вроде вебка у меня мертвая, посмотри, ну посмотри, как она. Посмотри, вебка просто пизда, нахуй, 144p, что за хуйня, блядь? Что-то с вебкой, возможно. Что за хуйня? Я зарплату плачу тебе, блядь, сука, 150 тысяч рублей, блядь. Пожалуйста. Ребят, что значит доска, блин? Еще рано. 164p? Кто? Пожалуйста, сейчас исправим. Мы, Николай, для тебя специальный выпуск, кстати, приготовили. Максимально простой. О. Тебе будет очень легко. О, сейчас вроде нормально будет. Вот эту ссылку кинуть. Смотри, вот сейчас хорошо, видишь? Вот эту дать Ликсу? Ты новую ссылку дал, да? Что она есть? Сейчас дам, да, новую ссылку. Давай. Я новую ссылку, та же ссылка. А, это да не, я дам новую. Ссылка? Я даю новую. Давай, все. Переподключение. А то какое-то, ну реально, 144 кадра, ну, ща, 144 пикселя. Сейчас будет вообще красиво, я думаю. Сейчас посмотрим. Ты пока зайди на трансляцию в Дискорде, там сердечко такое бьется и все. И, собственно, это основной экран на ближайший полчаса. А, да, трансляция в Дискорде. Где же она? Оп. Вот она, вижу. Так, сейчас я жду твою камеру, чтобы она загрузилась. Ну-ка. Но чуть-чуть размытая, но пойдет. Ладно. Пойдет, конечно, понял. Качество хуйня, ну что делать? Но это вебка, это может интернет лагать, такое бывает. Это не проблема, это чисто это классика стримерская, так что привыкает нормально. Ну что, поехали, правила шоу. Начинаем, Дэнни. Окей, правило. Ребята, что хуй? Какой хуй? Все, тихо. Короче, 7 раундов. Каждый раунд это какие-то деньги в коэффициентом x2, то есть 200, 600 рублей, 1000 и так далее. Что с вебкой моей, блядь? Да, Коль, нормально все, живем. Блядь, что это за хуйня? Ребята, познакомьтесь с четвертым участником. Уже? Понажимай что-то, смотри. Понажимай что-то, я тебя прошу. Рептилия. Ебать. Блядь, подожди, давай перезайдем эту хуйню. Давай перезайдем, перезапустим. Что это такое? Вообще ужас. Давай, я удалю от греха подальше, да, и жду новую ссылку, нормально.
Вот эту вебку. Где она? Вот она, вижу. Хорошо. Макс, Резолюшн. Посмотрю после стрима, забыл, что ты написал про это. Гляну. Сейчас скину ссылку. Да, все уже. А, в конце все. Добавить кодек H264? Сейчас посмотрим, если это не заработает. Да... Или это мне надо добавить? Ну, сейчас посмотрим. Но я думаю, будет все прекрасно. Так. Все, дали тебе новую ссылочку. Все, запускаю. Но это должна быть сейчас, я уверен, что качество будет вообще разительное. Ну, сейчас должно быть все нормально, надеюсь. Не, ну сейчас вообще имба. О! 240p. Уже, уже лучше. Микрофон только выключи там на красненькую, нажми. В этой теме. Чтобы я снизил. Выключил. Пазл раунд начался. Да ёб твою мать. Да нет, сейчас нормально. А, ладно. Звёздного гостя разобрали, собираем. Да, да, всё. Порвало. Да не, ну нормально, все. Да пойди. Короче, ладно. Ты, да, тут. Ладно. Ну, по-разному как-то. По-разному. Костыч такое же было типа. Сегодня. Костыч тоже был. Все, там это наплывом, это. Все четко, Коль. Я готов. Погнали. Давай, правильно. Ладно, поехали. Раундов, ладно, поехали. С вебками забей, это постоянная трабла, не парься. Это норм. Люди привыкли. 7 раундов, каждый раунд это отдельное задание. За каждый неправильный ответ задания ты получаешь минус 25 ударов, либо минус 25 секунд. Всего тебе на всю игру дается 1000 секунд. Это твое время, которое будет с тобой на протяжении всех 7 раундов и раунда вывод. Если ты захочешь на каком-то раунде вывести сумму, ты говоришь вывод, и мы идем на вывод этой суммы. Окей. Желательно окей, оставить окей. Тебе 200 ударов для вывода. Я понял. Все просто и одновременно. Ой, а что случилось? А что у тебя? Ой. Ты что, блядь, у вас там... А что это такое? Самурай прошелся, отрезал. Катаной там чисто реально... Катаны отрезал, блядь. По нижней части вебки. Коля, у тебя просто пол вебки исчезло. Мы пойдем в этом в Дискорде, включим вебку, пожалуйста. Да блин, мне ее не вывести будет, потому что Дискорд, понял? Дискорд и это в Дискорде, транса. Так нет, а... А ты можешь просто пониже ее поставить, да и все, или не получится? Пониже, сделай, пожалуйста, катану. Чуть-чуть вебку чуть-чуть пониже, ниже. И все, и я буду тебя видеть. Чуть-чуть ее бим-бим-бум-бум, там замудри что-то. Да просто пониже вебочку чуть. Не, поставь ее ниже. Просто все было норм и обрезало. Вторую вебку въеби себе и все, и сидись. Вот, блядь, перед ебалом, без настроек. Сейчас я тебе поставлю. Ну поставь на эту вебку, хорошо, давай. Сейчас мы сменим веб-камеру. Да, давайте, это будет имба. А у вас вебка или камера именно? Вебкам. А, ну... Катана занимался. А Катана это менеджер твой, да? Да. Сейчас выдаем вам новую ссылку с другой вебки, которая, надеюсь, не будет вызывать никаких проблем. Где находится Дмитрий Ликс? Наша личная с ним переписка. Вот она. Так. Готов. Вот я скинул новые, да. А походу это та же. Да, это очень похоже на предыдущую ссылку. Давай еще раз, может быть, она сработает, по идее, не знаю. Давай. Ждем. Ты еще раз ее же, да, вставить? Ну, блин, так вышла ссылка. А, ну все, хорошо. Не, я думаю, что вот сейчас точно все. У меня прям, знаешь, стримерская чуйка есть. Вот когда новая стримишь, камера, типа, да. Все, это работает. Все, браузер. Странно, что ссылка та же. Должно да, работать. Это очень странно. О! Фотка, что ли? А, не, не фотка. Она работает? Чисто фотка с паспортом. Чисто фотка. Хорошо, хоть данные скрыл. Вот, все, поехали. Первый раунд. Наконец-то все работает. Хорошо, кстати, эта вебка прикольная смотрится. Я не знаю, почему. Все, супер, тогда на нее работаем. Поехали. Все, поехали. О, только чатик так. Не смотри, Николай. Да, чатик не смотри. Да, ладно, ладно, закрываю чат. Да, чат все, лучше закрыть. Закрываю. Чат лучше закрыть. Все, они закрыл, честно. Правильные честно. Советы дают. Все, поехали, объясняй правила. Ну, правила объяснены, 7 раундов. Сейчас начнем с первого. Первый раунд это 7 вопросов, на которые ты по-любому ответишь. Давай. В любом случае. Верно, неверно, неважно.
Ну ты на сколько нацелен вывести? Выведешь, косарь выведешь сегодня? Я нацелен поднять сегодня серьезных денег. Бля, тогда погнали. Разница, раунд разница. Атомная масса какого элемента больше? Литий, магний. Ну это пример вопросов, да? Собственно, ага. И дальше будут меняться варианты ответов. Вопросы всегда остаются. Я не могу их прокликать, я говорю, что выбрать. Ты кликнуть только говоришь, их они сразу же кликаются. У нас максимальная отдача, то есть у нас задержка буквально несколько миллисекунд после без проблем, ответа. Без проблем. Вот. Итак, первый раунд, 200 рублей на кону, серьезная сумма. Поехали. Окей, окей, let's go. Ну, просто знаешь, что этот раунд ты в любом случае закончишь, потому что всего 7 вопросов. То есть ты даешь 7 неправильных ответов или 7 правильных, неважно. Поехали, первый раунд. Пак делался специально для тебя. Вопросы, связанные, наверное, отчасти с твоей жизнью, отчасти с тем, что ты где-то либо слышал, видел и так далее. Поехали. Хорошо. Начисляем снова 1000 баллов, 1000 секунд. Вот. И поехали. За неправильные ответы минус 25, да, я сказал, Николай в курсе. Николай даже в первом раунде снимает, да. Ребят, плюсаните, да. Кто видел Николая не только на Твиче. О, плюс, да, в чат. Почти все, Николай, почти все. Это очень здорово, это очень здорово, спасибо согласен. Большое. Ну что, поехали, первый раунд. Поехали. Let's go. Порно, говорит. Какой из этих фильмов вышел в прокат позже? Загадочная история Баттона, либо Константин Повелитель Тьмы? Константин Повелитель Тьмы. Неверно. Матрица или карта Деньги два стола? Позже Матрица. Верно. Джанго освобожденная, омерзительная восьмерка. Омерзительная восьмерка. Верно. Достать ножи, остров проклятых. Остров проклятых. Неверно. Побег из Шоушенка, зеленая миля. Позже. Зеленая миля. Верно. Назад в будущее, достучаться до небес. Назад в будущее. Неверно. Форест Гамп, Титаник. Титаник. Верно. Все, изи. 878 секунд у тебя остается. 870 ударов. Плохо. Пару ошибок буквально, но это никак не скрасило ситуацию, точнее, не окрасило ее темные тона. Все гуд, 100 рублей выводим. 200 рублей. Коля, рановато, рановато. Ладно, окей, играем. Точнее, нет, не рановато, маловато. Маловато. Ну ладно, ладно, без проблем. Ну что, смотрим второе слово. Ой, второй раунд. Пока все легко идет. Мне нравится твой настрой. Мне не нравится, что ты хочешь забрать. Ну, мне есть чувство, что ты заберешь сегодня дохуя. Короче, раунд называется «Озарение». Дается описание вопроса, кольцевая деталь крепежа, например, и буквы открываются по одной раз в 5 секунд. Если ты заранее знаешь слово, ты просто его называешь и переходим к следующему слову. Всего 5 слов. Понял? Не совсем понял, но давай стартанем. Не совсем понял, наверное. Смотри, дано слово и дано описание, что это за слово. И раз в 5 секунд открывается по одной букве. А, и я должен сказать как можно быстрее, что это да, за слово. Да, 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 ты можешь по одной букве сразу поймешь, да, что это за слово. Без проблем. Все. Чем раньше ты скажешь, тем больше ты ударов сэкономишь. Я понял. Let's go, let's go, let's go, guys. Окей. Погнали. Рек пишет с ДР, играть зовет. Я с Реком с удовольствием поиграю на следующем стриме на каком-нибудь вообще залечу. Или так залечу, когда позовет. Рек, рекомендации? Рек Рекрент, это наш проигрок в Call of Duty Warfare, Warzone. Ой, Call of Duty. Ой, серьезный типок. Ну, правильно. Там жесткий, там только хеды ставят. 878 ударов готово. Ну что, погнали. Второй раунд. Let's go. Warfare. Кринж, кринжа нет. Попе запомни это. Раз, два, один. Let's go. Цирковая, международная, ледовая, мировая, спортивная. Цирковая, международная, ледовая, мировая, спортивная. Арена. Верно. Точечный, эротический, лечебный, регулярный, оздоровительный. О, я это знаю. Точечный, эротический, лечебный, регулярный, оздоровительный. Массаж? Да, верно. Флотский, вахтенный, штабной, кадровый, караульный, дежурный. Флотский, вахтенный, штабной, кадровый, караульный, дежурный. Офицер. Верно. Паровозный, судейский, финальный, милицейский, костяной, сигнальный. Паровозный, судейский, паровозный, судейский, финальный, милицейский, костяной, сигнальный. Уже 3 буквы. Открыто ждем 4-ю. Слово Лёфе. Паровозный, ток, тик-ток. Костяной,
Слит. Сейчас точно ответишь. Свисток. Да, верно, ТикТок. Последний. Удачливый, основной, главный, хороший, последний. Удачливый, основной, главный, хороший. Удачливый, основной, главный, хороший. ТикТок. Нет. Чуть больше букв. Дальше основной, главный, хороший. Тоба. Роботио. Дальше основной, главный, хороший. Ебать, описание нахуй. Да, бр, да, бо. Доба. Добытчик. Верно. Верно. Ну, ребят, да, ну и... Ладно, хорошо. Ну хорошо справился. 740 ударов. Отлично. 740 ударов остается. Окей, без проблем, let's go. Окей, что с кам пишете? Что? Добытчик, ну, хороший добытчик, сказать. Удачный добытчик. Все правильно, удачливый. Ну, это, честно, тяжело было сказать. Ну, это по потому описанию. Что последний вопрос, да. Это ну, поэт, ты даже поэт. Не представляешь, сколько слов походит под это описание. Ну да, ну видишь, в любом случае до правильного ответа дошли, значит, логика в этом ну, была. Ну да, окей. Логика в этом окей. была. 740 ударов, второй раунд пройден. Коль, у тебя 600 рублей в кармане, есть какие-то эмоции? Нормальные бабки. Не-не-не-не. Больше надо, да, чтобы немножечко так, да, волнение да. появилось. Хорошо, идем на раунд третий, давай посмотрим его правила. Ну, что там? Сейчас посмотрим. Даже не сами написали. Раунд пазл, представлена звезда какая-то, ТикТок звезда, звезда Твича, например. Она разбирается, и нужно собрать пазл будет. Я понял, хорошо, let's go. Да, но смотри, картинки, детали могут быть изменены и растянуты, это важно. Внимательно смотри, это важно очень. Что ЧСВ, ребята, в чем проблема? Что ЧСВ? Все красиво. Раунд третий, let's go. Раунд третий. Забираем пазл. Сейчас не помню, кого разбирать будем. Кого-то... Ай, прошлого гостя, да, какого-то? Да. Кто еще будет третий? А я не помню. Давай посмотрим. Сейчас узнаем, кстати, Коля знает, нет этого стримера. Это точно стример должен быть. Мы о нем говорили 5 минут назад. 5 минут назад о нем говорили? Да. Ты говорил о нем 5 минут назад. А, рекриент, ёж-моёж. Ну вот, а вот сейчас ты узнаешь рекриента, Коль, смотри. О, давай. Смотрим. Рекронт. Гескепт. Погнали. Yeah, разбираем go. Рекрента. Let's go. Пам. Красавчик. Так, значит... Левый верх. Внимательно только. Фрагменты могут быть изменены. Смотри, девять. Верно. Правый. Четыре. Верно. Левый. Двенадцать. Верно. Нихуя. Одиннадцать. Неверно. 7. Нет. Верно? Да, 7. Ладно, и 6. Неверно? 2. Верно. Ну, слушай, шарм, все равно, Руш. Хорошо. 650, охуеть, 3 раунда, дохуя времени дальше. Остается. Дальше. Вообще не останавливаемся, да? Даже не буду называть, сколько у тебя уже в кармане почти денег. Идем дальше, потому что я уверен, что эта сумма умножится. 4-й раунд тогда, let's go. Так, 4-й, понял. 4-й. Смотрим, что за правило. Раунд называется хуеплет, я его называю обычно. Сопоставь количество звезд на флагах с квадратами этих флагов. Это пример вопроса. Короче, тебе будет дано 6 вариантов слева, 6 справа. Вот, и тебе нужно будет сопоставить. В каждой стороне 2 неверных варианта есть, чтобы запутать. Вот. Тематику можем озвучить. Какая тематика у нас будет? Очень странно, знаешь, типа, сколько звезд у какой-то там страны. Не, типа, этот пример был просто такой. На флаге звезд. На флаге, я понял. Сейчас что у нас будет? Какое у нас будет сейчас? Сейчас у нас будет кондитерские изделия. Кондитерские изделия. Давай кондитерские изделия. Это изи. Все любят вкусняшки, все в них шарят там. Можно выбрать не там тематику, сериалы, например? К сожалению, пока нет. Эту функцию планируется добавить в следующих сезонах игры. Ладно. Вот. Ну, 654 удара. Угу. Все твои, 650. На самом деле дофига я переживаю, что восьмеру ты утащишь сегодня. Нормально. Да. Я хуй знает, придется еще зарабатывать сегодня, походу, на улице как-то, знаете, эти бабки дополнительно.
Вот. Самокат продашь свой. Самокат, да-да-да. Блин, ко мне вчера три кента подъезжают, типа такие подходят. Ну, а чё, сколько ездит самокат? Сколько стоит? Я думал, мой 65. Я думал, сейчас гоп-стоп будет, блядь. Да нет, у тебя вообще машина лютая с ключом там, я видел. Можно нормально на нем улететь, слышишь? Ну что, поехали? Поехали. Четвертый раунд. Помнишь, что 4 пары верных, 2 неверных. Да, это важно. Тебе нужно всего 4 пары угадать. 4 пары, все, окей, let's go. Чизкейк, Захер, Прага, Тирамису, Наполеон, Киевский, Чехия, СССР, Италия, Австрия, Древняя Греция, Испания. Сопоставь торт и его страну происхождения. Окей, okay, let's go. Значит, Наполеон, СССР. Неверно. У тебя дохуя времени, ты имеешь право ошибаться. Чизкейк. Испания. Неверно. Наполеон. Помню, могут быть неверные ответы. Два. Слева и два справа. А, да, ёкарный бабай. У тебя 550 секунд еще. Очень чизкейк. Чизкейк Чехия. Нет. Да я, блядь, не знаю, где изобрели, сука, сладости. Ладно, тирамису. Тирамису изобрели в... Италии. Верно. Хорошо. Киевский изобрели в СССР. Неверно. Попробуй Наполеон. С Захером определиться. Очень такое произношение интересное. А, Захер, СССР тогда? Нет. Оно очень подходит под одну страну здесь, очень под язык ее, так скажем. Европейскую страну. Всю Европу почти. А, Захер, Австрия. Да, верно. Так, остается два правильных варианта нужно тебе назвать. Блять, а? Попробуй... Чизкейк, Испания. Я уже говорил, вроде. Это говорил, говорил, да. Неверно. Я время забыл, есть 370 говорить. Секунд еще. Это сложный даже... вопрос, это непростой вопрос. Наполеон, Древняя Греция. Неверно. Я Наполеон вроде все варианты здесь сказал. Да, и Наполеон Чехию, здесь. И... А, давай подскажем, Дэнни, подсказку дадим. Подсказываем, смотри. Ну, чизкейк изобрели намного-много то есть раньше, чем все остальные. То есть он очень древний. Понял. Чизкейк, Древняя Греция. Да. Верно. Осталось и Прага. Последний. Осталась Прага. Прага, Испания. Неверно. Прага, Чехия. Неверно. Ну ничего, нормально. Да, все, выводим бабки. Я вывожу бабки. Я ебал эти ваши сладости. Подожди, у тебя есть еще один раунд, у тебя есть 60, во-первых, ударов дополнительный, еще есть один раунд, пятый раунд, на который ты можешь спокойно пойти. Давай посмотрим его. Давай посмотрим его, пятый раунд, да. Давай. Это нормально. Сегодня, кстати, никто до 6-го, до 7-го, по-моему, не дошел. Вот, потому что сегодня интересно. Дали бы мне что-то нормальное, а не сладости, когда изобрели. Но тут, и где, тут как повезет, как повезет. Раунд тонус называется. А, это математика. А, математика. 2 плюс 26, 28 умножить на 3. Как с математикой? Самое легкое, да. Выводим, ребят, как можно быстрее. Но тут как скажешь, типа, тут либо вывод, либо... Как можно быстрее его нужно совершить. Выводим? Не идем на математику? Выводим и еще раз выводим. Ну, хорошо, я не буду уговаривать, потому что сегодня уже Косточ вывел 3000. Ман. Точно? Да, выводим. А если вы измените математику, то можно сыграть. А ты чат не видишь? А что там? А ты в курсе, что киевский торт все же в СССР был сделан? Торт о, киевский очки! Появляется... Это что такое? В 65-м году на украинской кондитерской фабрике имени Карла Макса. Сегодня там располагается Рошен. Кондитеры забыли поставить холодильник на украинской... Ну, на украинской кондитерской. На украинской а кондитерской. Украина в 56-м году где была? Ой, в 65-м году где была? В СССР. Ну, Димас, возвращай баллы. Возвращай мое сердцебиение. Возвращай мне папки. Да. Да. Окей, сколько раз киевский прозвучало? 4 раза. 4? Да ну не 4. 4. Давай вернем 100 бальчиков Николаю. Да, 4 раза. 150.
125. Хорошо. 125 баллов, 100 баллов за ошибочные ответы и 25 вознаграждения за наш косяк. Моральная компенсация. Изменить математику в пятом раунде на другую тематику. Какая и поехали пятый раунд. Изменить это. Все, ну смотри, Коль, 389 ударов, теперь можно на математику вальнуть. Я очень слабый в нее. Прям очень слабый, да? Очень слабый, я в школе не учился. Реально? Да, когда ТикТок типа открыли, я вообще бросил образование и начал там смотреть ТикТоки. Угу. У нас там математика не связана с просмотрами случайно? Поэтому, да. А мы можем пойти на вместо четвертого, пятого раунда сделать шестой раунд? Давай так, я посмотрю шестой раунд без проблем. Я просто, ну, прям вообще, ребят. Ну, можем, ну, просто перескочить можем. Да, давай перескочим, давай перескочим. Давай. Просто перескочим, да. Давай перескочим, давай перескочим. Сейчас. Все делаешь, чтобы заскамить. В смысле, кто, я или Коля? Все нормально, все нечестно, ничего страшного, ребят. Время есть, шестой раунд тоже довольно интересный. Он не связан с расчетами, но он связан с другими темами. Сейчас посмотрим его. Шестой раунд, Коля. Индукция. Минералы и руды, существующие на Земле. Ну, это пример будет. И тебе нужно выбрать из трех вариантов. Поехали. Из трех вариантов там один, два, три может быть верны. Let's go, guys. Правильных, и ты должен решить сам. Да. Это как тесты примерно раньше были такие в интернете. Я понял, поехали. А какая просто тематика будет у нас, Дэнни? Так скажем, ну, с фильмами связано. С фильмами? А, ну, да. Это вообще легко тогда. Но, а ты сможешь фильмы говорить? Будет. Че? Ты фильмы, сериалы вообще шаришь на них? Да, да, да. А, да, ну, все, да, да, изи, погнали. Шестой раунд. Okay. Ну, это как бы пятый, но шестой. Порнофильмами. Ну, порнофильмами, ребят, я бы сам на отвечал. Я вообще шарю в них, поверьте мне. Я таких актрис знаю. Я таких актрис знаю, на которых вы в жизни не подрочите, блядь. Ну, потому что уже фильмы не выпускаются с ними. Они уже ушли на пенсию. На завершение карьеры сделаем. Погнали, шестой раунд. Let's go. Let's go, bro. 3, 2, 1. Номинация, за которую вручена премия «Оскар» фильму «Титаник». Лучшая женская роль, лучший фильм, лучшая работа оператора. Лучший фильм и лучшая женская роль. Женская роль. Неправильно? Лучший фильм, лучшая работа оператора. Верно. Блин, номинация, за которую вручена премия «Оскар» фильму «Властелин колец». Лучший оригинальный саундтрек, лучшие визуальные эффекты, лучшая работа оператора. Лучший оригинальный саундтрек, лучший визуальный эффект. Неверно? Лучший оригинальный саундтрек, лучшая работа оператора. Неверно. Лучшие визуальные эффекты, лучшая... Я сказал эффекты. Сори, я верну тебя, давай. Визуальный эффект, дальше. Попробуй все выбрать, Коль. Лучшая работа оператора. Я же выбрал уже почти все. Все можешь выбрать, все варианты. Все варианты теперь надо выбрать. А, я могу все выбрать, да, варианты? Да, да, конечно. Да, да, да. А, ну все три варианта выбираю. А, я не знал, я думал, нормально, два, короче. Нормально, мы тебе вернем чуть-чуть. Номинация, за которую вручена премия «Оскар» фильму «Матрица». Лучшая мужская роль, лучший звук, лучшая режиссура. Может быть, один, два или три ответа? Давай подскажем, сколько здесь ответов. Давай количество ответов. Один. «Матрица». Лучшая режиссура. Верно? А, неверно, ебать. Ну это же «Матрица», а что там лучшее? Ну, ты лучший звук, видимо. Верно. Все? Изи. Ну, ребят, ну, там был скам очень лютый с Согласен. Сейчас, честно говоря, даже немножко почувствовал неудобство. Давай вернем 228. 12 баллов. 228 стартапа, который, то есть 228. Ну, давай 50 все-таки, там же ты и отвечал и правильно сразу. Ну, давай. Да, 50 нормально будет. Как раз 198 ударов. И смотри, а как у тебя с памятью дела обстоят, Коль? Такая, нормальная. Просто есть у нас интересный раунд один, на который если ты пойдешь и сделаешь. Хочу посмотреть. Давай посмотрим. 5000 рублей можно убрать, прикинь. Ну, давай посмотрим. Давай. Сейчас глянем. Главное его сделать ударов за 30-40, чтобы хватило. Числа буквы, запомнить цепочку, сказать дежавю, она исчезает, ты ее по памяти восстанавливаешь. Если неправильно, она снова появляется, запоминаешь снова. Я понял, поехали.
Блин, это мне нравится. Я понял, поехали. Хорошо. Let's go. Let's go, бро. Ну, время у тебя 2 секунд там остается, поэтому постарайся быстрее сделать, чтобы на вывод еще уйти. Поехали, на 5000 рублей, между прочим. Поехали. Let's go. Начисляем 198 ударов. Желательно ловушка еще 50 мне начислить. Все-таки 2 раза меня заскамили. А мы 2 раза и начислили, и вернули как раз. Нужно еще начислить. Поехали. Блин, еще начислим. Давай пока так оставим, а там глянем. Поехали. Запоминай. Семь АИ, 6 Ю5, Ж1, Яу, 9. 7 АИ, 6 Ю5, Ж1, Яу, 9. 7 АИ, 6 Ю5, Ж1, Яу, 9. Готов! Джабим. 7 АИ, 6 Ю5, Ж1. 7 АИ, 6 Ю5, Ж1. Не помню. Заново. 7 АИ, 6 Ю5, Ж1, Яу, 9. Готов, 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 готов. 7 АИ, 6 Ю5, Ж1, АУ, 9. Яу, 9, Яу, 9. Хорош, хорош, хорош. Слушай, ну, норм, норм. 125 ударов остается, и ты знаешь, ты можешь вывести пятюню. Бум. Давай. Чатик, пятюню в чат. Что если человек из ТикТока, а не Твиче, то его можно скамить больше остальных? В смысле скамить? Никто никого не скамит, все честно. И 5000 рублей на кону, между прочим. Сколько было ударов? Так было 125 ударов осталось. 25. Это охуеть как много. Это сейчас, если ты пройдешься по правду и ложь, а ты фартовый чувак, 100%, у тебя ТикТок залетает на 500 тысяч подписок сразу, то там, я думаю, сейчас ты вообще изи вылетишь. Нихуево, это нихуево. Вот. Ну, давай посмотрим. Ты знаешь, да, раунд твой? Давай глянем его буренько просто. Давай. Вот. 5000 рублей. Так, никак. Бабки, бабки. Раунд-вывод. Правда или ложь? Тебе нужно дать 5 правильных ответов в ряд. Если хоть один я раз... Понял. Если я смотрел, хоть один, да, если хоть один раз ошибаешься, цепочка скидывается. Постарайся не ошибиться. У тебя примерно будет на 1-2 ошибки всего время. Окей, окей. Поехали. Поехали. Let's go. Что за скамлина, гайз? Он может вывести. Любой человек может вывести в этом шоу. Даже вы. Но вы пока не участвуете. Ну, 125 ударов. Поехали. Элвис написал больше 600 песен, но сочинил только половину из них. Кош. Верно. Первоначально построенный на озере в 1325 году Мехико в настоящее время тонет примерно на 90 сантиметров в год. Правда. Верно. Многие китайцы пьют чай не сладким, а немного подсоленным. Ложь. Неверно. Вопреки всеобщему мнению, металлы не способны убивать бактерии. Правда. Неверно. 48 ударов. В фильме «Большой Лебовский» самое часто произносимое слово — это «щит». Правда. Неверно. 17 ударов, Коля, надо штамповать. Правда. Правда, ложь, ложь, правда. Правда? Что-то такая не получилось. 100 очков мне надо дать, и еще раз реванш за то, что вы много ошибались. Еще раз про 100 очков, про вывод раунд. Давай попробуем. Хорошо. Хорошо. Хорошо, мы идем на исключение ради сегодняшнего выпуска. Идем на исключение. Идем на исключение. 100 ударов и еще раз. Раунд вывод 7. Тор, здорово, Игорек. Здорово. Идем еще раз. Раунд вывод. Заходим, так сказать, на посадку повторно. Не успели, сцепка с землей не произошла. Сейчас. Начинаем. Начинаем? Да, ребята, что все равно не выведет? Чего вы, я не знаю. Let's go. Мама скамит мамонта. 100 ударов, Коля, практически нельзя ошибаться. Давай, я знаю. Поехали. Сумма штрафа на дороге Финляндии зависит от доходов нарушителя. Правда, правда или ложь? Правда, правда, ложь. Верно. А, ты так? Правда. Сейчас правда. Потом ложь. Неверно. Лидер среди производимых на планете напитков Пепси. Правда или ложь? Ложь. Ложь.
Верно. 20% людей встречают своих будущих супругов в возрасте 16 лет. Правда или ложь? Правда. Верно. Привычная нам оранжевая морковь появилась только в 14 веке. Правда или ложь? Правда. Неверно. 20 ударов, когда правда, мы стоим правда. На... Правда. Ложь. Правда. Ложь. Нет. Коль, ну... Не зашло. Ну, блядь, ну что такое? Да в любом случае красиво. Ты сказал правда вначале, они написали ложь. Ну, прям ложь. Заскавили, блядь. Нет, там все правда. Сначала ты сказал правда, а он нажал на ложь. Я сначала сказал правда. Я сказал правда. Я сказал правда. Я сказал правда. Какой шум был, что я услышал только ложь первый. А потом, а второе что было, Дэнни, там не посмотреть уже? Сейчас посмотрим. Скам был. Смотри, он сказал правда, ложь, правда, ложь. А какой вопрос был? Нет, я не так сказал. А как ты сказал? Я уже не помню. Но я сказал правду вначале. Я точно сказал правду. Давай 50 баллов накидываем. Дело впервые и последний раз на этом шоу. 50 ударов накидываем. И еще раз уходим на раунд вывод. Блять, третья посадка. Третий раз заходим на посадку. Не, он сказал правда, правда. Я реально сказал правда, правда, правда. То есть я правильно тебя понимаю? Ты сейчас сказал правда-правда, и мы можем эту последовательность в тех вопросах, которые сейчас появятся, восстановить. Нет, это правда. Другая. Все, поехали, давай, Дэнни. 50 ударов и погнали. Еще найду, какой вопрос последний был. Какой да, последний? Ты можешь новый вопрос, не обязательно. Новость? Окей, давай. 50, да? Да. Ясно, подсос тиктокера. Шкипер уехал. Диман, уходи в ТикТок. 50 ударов начислено, погнали. 3, 2, 1. Let's go. На завтрак с балансированным вариантом питания будет лучше съесть хлопья, чем кусок пиццы. Правда. Неверно. 20 ударов стоят самой сильной мышцы человеческого тела, является ягодичная. Правда. Неверно, Коль, ну там тут пить. Колян. Ну, хорош. Здесь уже ничего не сделаешь. Хорош, хорош. Так заскай его, скажи еще раз. Вот, чатик пишет, что произошло. На самом деле, не, Коль, красиво. Ты прошел, кстати, 6 раундов из 7. Это норм. Поэтому больше всех за сегодня. Да. Ну, блядь, не повезло мне. Спасибо, что-то. Спасибо, Коль, что поучаствовал. Друзья, модеры, ссылочку на твич-канал Николая, пожалуйста, Никоглая. Он тоже стримит. Ты сколько уже стримишь? Уже неделю с хуем. Уже неделю, так сказать, набирается опытом, поэтому подписывайтесь, смотрите, залетайте. Все дела. Коля, спасибо большое за участие тебе. Было спасибо весело. Тебе, Дима, большое. Было весело. Нормально. Вот, спасибо. Было очень круто. Какое-нибудь новое шоу будет, я тебя обязательно позову. Также составим пак специально для тебя в вопросах, в которых ты разбираешься. Спасибо, Дмитрий. Обязательно приду. Был очень рад поучаствовать. Люблю тебя. И в чатике тоже, ребята, сердечко очень серьезные. Сердечко в чат. Все, я выбочку твою врубаю, Коль. Давай, бро, все, пока. Спасибо, давай. Пока. Счастливо, счастливо. Так, гайз. Ну что? Можно выйти из образа? Можно. Как это? Хорошее шоу сегодня получилось, я считаю. Вам как кажется, друзья? Очень даже, удалось Костычу вывести.